Так, ребят, говорят, Димаго и Хина офлайн. Вот, и круто было бы, конечно бы, чтобы... Вместо сортов должен быть каст, да куда там всех в одну эту. И так тут сортов один единственный затесался. Вот. И Димаги нет почему-то. Но если бы так вот вместо сортов был бы каст, то кто-то из украинской компании был бы точно в полуфинале, точно бы. Зато каст поверху идет. И может далеко проходить там. Короче, ждем, ребят, сейчас я еще не доел пока. Жду хост Блай Хеллрейзер. Это первый наш матч на сегодня будет. Вот так вот. Вот так вот, короче говоря. Так, ребят, я перекусываю, блин. Пошел домой, надо было продукты купить. Пока туда-сюда ходил, покушать не успел. Вот. Пришел сюда, здесь мама салат тут тоже сделала, но тоже вот сейчас притык как бы к началу и... Короче, не успел я поесть. Так, Хеллрейзер паузу брось. Игра возобновлена. Так, все, Блай Хеллрейзер. Сейчас я руки быстренько помою, погодите, ребят. Все, я здесь, я еще на самом деле ты и не доел нифига еще пока.
Так, секунду, Даша звонит. Так, все, я здесь. Так, да не. Перерыв будет. Сейчас между матчами я доем. Просто я уже поел, как бы, ну, нужно доесть. Вот, и... Сейчас Hellraiser Blight сыграют, и будем то дальше смотреть. Просто не факт, что еще, как бы, я не знаю, кто там быстрее сыграет. А, сортов Димага там. Ну, я не знаю, кто быстрее играет. Если Димаги нет, как бы, то... Тогда там, ну пока черкают карты, там дай им. Да, сортов удадут тех победу, просто он дальше пройдет. Вот в чем прикол. Что ты? А? Тебя что, за нас схватить, кабан? Ты че, попрошайчик? Ладно тебе. Всех рад приветствовать вечером, ребят. Кстати, забыл я запись выложить Алима Лиги. Сейчас в перерыве тоже еще запись выложу, плюсанете ее. Вот. Пока банить не буду, так уж и быть. Вот. Ну не надо так активно людей в заблуждение вводить, это точно. Так, здесь Dark Harass, в общем-то. Тебе спасибо, что задонатил. Трехдорокер, конечно, но... Милку надо выпиливать иногда, чтобы он не кипишил. Привет, инскорялите. Привет всем. Спиритулок, здорово. Так, ну Блай, посмотрите, интересную Блай стратегию сейчас играет. У него есть собаки со скоростью, у него есть Лейер и Гидра Дэн. Делается плюс 5 дронов. То есть Блай отыгрывает нечто... Нечто типа как Пилуоя любит играть. Это пуш гидрой без беллингов, вообще гидролинки. Просто раннее давление. Это не только Пилуо любит играть. Кто-то из корейцев, по-моему, линок так любит давить. Может быть, еще другие зерги. Просто я не от всех видел. Ну а у Hellraiser тем временем плюс 4 гита. Вот он архонами харасит. И он делает чаш, ребят, это 8 гитов. Ух, нифига себе. Как они видели, невидимый удар был от архонов какой-то. И... Так, ядро Hellraiser спалил, Блай чуть не фокуснул сейчас. Вот. Третий Нексус делается, но. Нексус третий, это все замечательно. Но сейчас надо добавлять пионов еще штучки 3. Вот. Шерстюган. Чарлик и так шерстюган. Он даже башку, голову повернул, да? Ладно, давай, иди, ё-моё, хорош попрошайничать тут. Черлец. Потом тебя пригощу чем-нибудь. Гидра идет вперед. Кстати, обратите внимание, что у Hellraiser здесь уже... Ё-моё, сколько зелков-то много. Сейчас еще два архона здесь будет, самое интересное. 100 на 100 по лимиту. Тут Блайни... даже, наверное, не Блайни ту стратегию выбрал, а Hellraiser выбрал... Абсолютно верную стратегию здесь против
того, что делает Блай, это может быть даже и вслепую было сделано, но вот этот микс гидролингов без беллингов разрывает просто в хлам вообще. Да, в арф еще зелков идет, плюс еще те два архона здесь. Хеллрейзер Блая выдавливает сейчас, и Блая здесь просто не отбиться, это 1-0 Хеллрейзер, это очевидный абсолютно момент сейчас. Призма складывается, Хеллрейзер уже всеми наверх заходит. Тут, конечно, контрзабегание, собачками идет, где Мазершипкор вообще, есть он? Без Мазеркора. Не, ну билд надо этот грейдануть, чтобы Мазершипкор был. Без Мазеркора это перебором, конечно, так вот действует. Так, зилки архоны здесь, зилки архоны там. Давар, зилку у дома, третий Нексус Хеллрейзера отбил. Ядро разрывает, все тут под Гвардианом, просто архоны рвут. Короче говоря, это минус лайп, смотрите, на потери просто по этому билду. 6.50 на 900 просто. 6.400 на 900. И это еще не конец на самом деле, потому что сейчас еще газ погибнет, еще личинки погибнут. Правда, за личинки не дают, тут если бы юниты вылуплялись, тогда бы да, может что-то и было. Блай там на золото пытается уйти, что Блай хочет сделать, я пока, честно говоря, не понимаю. Ну, Хеллрейзер даже еще юнита пока не погибло дополнительного, плюс к тем уже выпиленным. Блай пытается Нексус забрать, здесь все-таки Хеллрейзер не сконтролил зелками, это ошибка. Вот сейчас будет потеря еще, это Нексус скорее. Хотя, не смотри, даже здесь отбил, вот это да. Сколько хп осталось? 22, нет, два линга не выпилят. Хотел там выпилить сильно Хеллрейзер. Короче, ГГ, ребят. Ну что же. Неплохой билд, но я уверен, что, например... Техноручкер поддержал ваш канал на 200 рублей. Опа-на. Спасибо, Техноручкер. Ты что-то сегодня... Аки-царь просто. Топовый, короче. Так, прыгаю в игру. Пошел инвайт. Спасибо большое пацанам. Вот, я хотел сказать, что сортов, если там демага отсутствует, и не будет он играть сортофом, потому что говорили, что демаг пока АФК, вот, он точно не будет как бы такие вещи делать, он более такой мясной зерк, я думаю, что навряд ли он будет так, такие вот улыны делать. Хотя, почему, ну, не все здесь обязательно и вот так что-то будут делать. Ну что, ребят, ну Хеллрейзер как-то очень нервозно, я бы сказал, отыграл на ВЦС последних отборочных, Валенсия или что там было, я не помню. Вот. Ну, то есть не отыграл свой уровень, там ужасно сплитил от бейнов, я помню, много таких моментов там было, но... вижу, что уровень игры достаточно высок, вы видите с Блаем, как он отыгрывает. Очень и очень неплохо. Но еще не вечер, и так, и Блай, конечно же, еще не проиграл. Я не знаю, кто лучше, чтобы дальше шел, потому что, ну, кто там дальше сможет пройти. Я всегда за то, чтобы проходил тот, кто максимально долго будет побеждать, но откуда-то никто этого не знает заранее. Так, ну что, все лишнее закрыл. Кинг-кобра с револьвером на 20к будет на следующей неделе играть. Стрелку забили, ничего себе.
Ну, конечно же. Держи в курсе меня. Просто я не вижу пока ивента как бы никакого. Вот, я спрошу у Ковруча, что там к чему. Это будет весело по-любому, потому что если Реву будет пробривать армада, то температура будет накаляться, как в атмосфере Венеры, блин. Плотность в 100 раз повысится, и серная кислота польется просто. Так, стрим на Telnail. Сейчас, да-да-да, прошу прощения, спасибо за информацию. Обязательно сейчас выведу. Я здесь. Christ, прикол. У меня, короче, your stream has been disabled на Team Liquid, очень интересно. Походу с этой херней как-то связано. Я что-то не понял вообще, в чем прикол. Надо будет разбираться. Я и смотрю, что-то нет нигде там ничего. Вот. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Так, Fans Go говорит live, Let's get ready. Ладно, посмотрим. Так, 3 гейта у Hellraiser, погодите, 3, да, да, 3, Dark Shrine, интересный билд какой-то, 3 Dark он варпанул сейчас, но угла это уже лейер готов, что самое интересное, вот дарки прилетают, а вот оверсир вдалеке где-то сзади летал, все, Hellraiser понимает, что если оверсир улетает, делается чарж, делается иммортал, плюс еще гиты добавляются, 4 штуки сразу же, хорошо, кстати, так добавил. Так, ну что, архоны что-то полетели. Так,
8 муталисков владела, я говорю, 133-108 по лимиту. Хеллрейзер опять примерно то же самое, ребят, делает. Все, он делает пуш. Архоны плюс зелки плюс иммортлы. Все это дело щажем. Вот муталиски полетели вперед. И, кстати говоря, ну здесь фотонка есть у Хеллрейзера на третий. Везде по фотонке у него есть. Но я не понимаю, почему по вот этому билду сложно запилить Mothership Core. Ведь он здесь перестраховывать будет просто жесть вообще. Тут Влай отбивается достаточно легко, ребят. Его много слишком по лимиту. Мута при этом всем уничтожила фотонку. И уверчажа-то нету. В итоге пилон уверчажа. И Мута, конечно, там все разбирает. Здесь Хеллрейзер еще пытается давить. Но 60 лимита, ребят, до варпа. Минимум здесь. Призм кэшей. Погодите, почему минимум? У него 1000 ресурсов там было просто немерено, кстати. Только ты под 1,5к сейчас было ресурсов. И до сих пор Хеллрейзер давит, что самое интересное. Ему нельзя ничего сливать сейчас. Ему бы... Вот сейчас у него есть ресурсы, чтобы, например, пилить этих архонов пару штук. Ну, он вынужден для того, чтобы как можно быстрее мутку отбить, сталкеров запиливать, это проигрыш, потому что мутки все больше и больше, сталкеры не помогут. ГГ, ребят. Переезд у тебя из Краснодара в Новосиб, туда-сюда ездишь. Так, инвайт, хвар, захожу. Так, ну что, готовы начинать или нет?
Ну что, пацаны, 1-1. У нас ситуация здесь. Nexus 1 от Hellraiser. Без разведки, без всего, халявит вообще. Пус, ну и Блайхату первую ставят, кстати говоря. То есть билд Hellraiser зайдет. По-любому здесь нормально. Так, двумя пробками газ начинает давать. И сюда одна тоже ставится. Так, ну что, тут зелок готов у Hellraiser, кстати, на пилон здесь добавить. И Twilight пошел. Twilight достаточно ранний получился. Бегут две собачки, нужно пилон ставить, что-то ставить вообще, ну, иначе пройдут линги. Вот надо было, сейчас взял, спалит сейчас, короче, Hellraiser свой билд полностью, блин. Спалят ему Twilight. Ну хотя тут, если в дарков он будет играть, то это нормальный расклад. Собачка на мейне бегает, напрягает. И опа, вот это уже интересный расклад. Сейчас можно что сделать? То есть показать, что ты играешь дарков. С газа снять рабочих. Вот, да, вот так вот. И... просто прекрасно все сделать. Вот. Добавить гейтососов. Таминку. Это, кстати, я говорил, что я так чуть примерно делал. Но! Блин, вот это вот плохо. Палит уже Hellraiser, что здесь полностью все закрыто будет. Вот в чем прикол. Надо оставить было проход и сталкера здесь оставить на пофиг. Если бы нужно было, он бы пришел в атаку бы вперед. Потому что вот так вот подозрительно, вот так застройку делать, Блай уже видит, хоп, стенка-то глухая, а так бы был проход, ну и не казалось бы, что там что-то там халявное такое делается. Это хрень такая, типа. Так, 16 рабочих там и там, надо пилонов больше добавлять сейчас. Так, экстримол. Я кино не советую смотреть тебе. Вот. Ладно, шучу. Не советую кино. Не знаю, что сейчас посмотреть с последнего. Сложно мне сказать. Так, ну тут идет вперед Hellraiser. Зелков будет реально много, а Влая полностью все закрыто. Все, он понял, что здесь all-in получается с зилотами. Я не знаю, по каким признакам он это понял. Видимо, действительно, вот по вот кейту этому поставленному. Другого у меня варианта просто нет. Так, приходит Hellraiser. Понимаете, если бы здесь... да здесь и без стенки-то было бы тяжело пробиться. А так вообще печаль полная. Давар пошел еще. То есть, пока стенку убивал, зелки все погибли вообще. Здесь еще плетка не в тему стоит просто-напросто. Так, зелками там Hellraiser пытается в роуще дропнуться, но этого маловато все-таки. А такой улын это ГГ сразу проваленный. ГГ пишет, Hellraiser понял, что дальше ничего не сделать ему будет.
Так, сейчас сетку посмотрю, что у нас в сетке. Да, Суртуфу продвинули, уже Блайз Суртуфом будет играть, ребят. Кас проиграл Суф, все, один Блайз СНГ остается, вот. Дождите секундочку. Сейчас доем, быстро вернусь.
Так, ну что, ребят, Блай против сортов я доел. Ждем начала игр. Сейчас четвертьфинал уже будет, по чуть-чуть четвертьфиналом выходим. Две пары известны, Soul против Immortal Pasta, два поляка будут биться. Почему-то нерчание, это странно, что он в финал месяца не попал. Так, пока я переписываю с Блайм, ребят, по поводу на Team Liquidity, куда он мне контакт давал. Я вот чела по поводу стримов хотел спросить, как бы у него в чем прикол. Вот.
Так, ну что, надо сортов. Все, проиграю сортов, сейчас начнется что-то. Так, короче. Сортов, ребят, против Лая, извиняюсь, отвлекся на секунду. Здесь уже сортов прибегающий на пару минут. Пытался найти историю, потому что уже на Steam Liquid'ом разбираться. Не помню, почему там стрим, короче, удалили, взяли. Три дрона в Лая потерял. Собаки первые появляются. Зачем отдавать две собаки-то вот так вот? Ну, ё-мо, неужели не прожать Евку там? Или как-то собак-то не отвезти, блин? Ну, они же просто... Нелепо слились в итоге у Влая. Так, выходит еще новые ленги. Ну, здесь все понятно, что уже сортов навряд ли что-то тут нагрызет особо. Хотя вот дрона одного сгрыз еще, я смотрю. И даже по рабочим немножко в плюс вышел. У Влая есть 120 газа, но у него нет минералов пока, чтобы заказать скорость. Вот сейчас только он заказал. Ну и, кстати, в любом случае в плюсе будет по скорости. Кстати говоря, сильно не просел Блай, но вот можно было поменьше рабочих терять, если бы Блай два линга вот тех бы не потерял бы, которые просто были окружены зачем-то. Ну вот нужно всегда контролить, успеть, то есть не драться ими, а на мую убегать, хотя бы даже если бы один бы там вышел, и топ уже лучше бы было бы у сортов, все, у Блай, точнее, все. Так.
Так, движется расследование, да никак не движется пока что. Будем выяснять, что к чему там. На Team Liquid что-то стрим удалили, походу. Ну не стрим, точнее, а как бы канал прикрепленный. Вот. Нужно находить, просто я не понимаю, кому как бы отписать вообще можно, кто кто с этим вообще может дело иметь, как бы из Blizzard или откуда-то там, ну, потому что хрен знает, как бы дал мне чел письмо, ой, мыло какое-то я отписал там, как бы молчат. Вы смотрите, Sword of Ulanid с собаками сейчас в лае, абсолютно очевидно. В лае пытается прогрызть здесь. Ну, прогрызет он или нет, пока открытый вопрос. Здесь стенку, кстати, крипа недостаточно, чтобы стенку в лае сделать, и это очень печально. 10 секунд до скорости собакам остается сортофовским, ёма. В лае ничего пока не видит, крипту муруту, ну, очень поздно впиливает. Сортов оббегает снизу, так что Блай этого просто не замечает. О-о-о, это настолько печаль вообще галимая. Блин, ну Блай ничего не успеет. Хотя у Блая, смотрите, 10 роучей заказано. Если роучи успеют доделаться, то шанс есть какой-никакой сейчас. Так, собаки набегают. Здесь королев надо на рампу бы поставить. Что Блай успевает сейчас делать, но успеют роучи-то выйти, кстати. Так, хата падает моментально, вторая. Здесь роучи встали на рампу, королеву прикрыли. Блай возвращает всю. И здесь собаки хату самое главное сгрызли. Если бы эта хата не была настолько демедженная, у Блая все-таки еще лучше значительно было бы. Но хата была в хлам просто демедженная после первого врыва. Здесь как-то нелепо вообще. Блая просто хату нужно восстанавливать, что он, собственно говоря, и делает. У Блая уже скорость роучем пошла. А, у сортов и даже лейера нет. У Блая, кстати, и рабочих больше, что... И рабочих даже больше у Блая осталось, что самое интересное. Третью сортов снизу тут ставит. Не дает своему дрону пройти роучами, молодец. Только сейчас дал в итоге. Проскочить. Прощение. Так, 40-40 по лимиту. У сортов и третий, и все, он масит роучи. Еще сейчас строится. Лай пока раб. Погодите, а где? В чем у сортов лимит-то? А, ну вот он сейчас перемасит. У него 27 собак еще где-то там есть. У Блая заказано плюс один, но пока нет этого плюс один. Вот куда Блай роучинка-то побежал? Он не видит, что сортов к нему идет, походу. Ё-моё, сортов-то к нему идет, вот он. Двигается уже к Блаю. Блай Реводжера заплевал одного. И отступить надо, конечно, сейчас на рампе бой принять просто. Так, роучи отстали у Блая. Здесь собаки с тыла заходят. Сортов пытается на рампу прорваться, хату Блай отменяет, молодец, успевает. Ну и здесь держится, то есть, в принципе, если Блай здесь будет держаться, у него по технологиям все как бы лучше. То есть, у него плюс один будет, роучи у него уже больше, чем у сортов. Гайте, в чем сортов? Вот я не понимаю, где у сортов, откуда у него постоянно преимущество-то по линга? А, ну у него собак, да, 44 линга. Куда ты была идет вперед, куда ты была лезешь-то у роучи, плюс один еще нет, а он все куда-то прется, блин, да прется. Так, хорошо, контроля здесь Блай.
Отгоняет лингов, полемит уже почти что сравнил. Суротов королева здесь бегает, вообще халявная. Здесь собаки умудряются пробежать на мейн суртоховские. Была нужно разобраться с ними, часть роучей на мейн туда послать. Была ё-моё везде терпит, вместо того, чтобы на второй на мейне спокойно отбиться, везде здесь нагребал. Правда, скоро подземный муф у Блая будет и закупка. Так, ну Блай еще и на мейне собак не принял, вот в чем прикол. Все, собаки здесь две штучки осталось, смех, да и только. Вот, сейчас будет минус эти собаки. 130-140, ну что-то сортов и экономика, ну намного сильнее сейчас. 41 роуч у Блая, надо выходить вперед, что Блай ждет-то? Плюс 2 за... А, у сортов тоже уже один плюс 1 есть, а я, кстати, не видел вообще. Сейчас Блая за счет своей закупки вот этой подземной, надо как-то что-то сделать попытаться, но он не пытается. Так, ну тут, короче говоря, у сортов летает оверсир. Колоблая. Сортов не спалил шпиль Блая сейчас. Ну, у сортов и 200. Если он сейчас выход просто какой-нибудь попытается сделать, Блая может очень туго прийтись. Вот сейчас вот Блай заползает через всю карту, ползет, а сортов просто делает выход к камням. И начинает их бомбить, эти камни, Блай, выкопайся, беги уже туда, беги, Блай, беги. Секунда до шпиля, 8, 9, муталиск может закатить, сортов, так, 8, 8 закажет, Блай приходит, куда ты, хаты-то тут нет. Так, королева увидит, сортов что, назад побежал, да, походу сортов назад побежал. Ну а Блай к нему уже зашел, Роуч Ворон сбрил. Блай зашел, сбрил Эволюшн. На хату сразу минусовать вот эту, о чем тут говорить. Несколько роучи отвлекли внимание, здесь очень неплохо. Ну какую плетку-то, заходи на мейн, Блая уже здесь хату вот эту убивать и сразу на мейн просто забегать и все. Просто забеги, что ты на... А, ну здесь и на рампе можно на самом деле разобраться. Муталиски начинают отбиваться дома. В принципе, если Блая сейчас зайдет на мейн, спокойно здесь все вынесет. Здесь гидралиски есть в заказе, то у него все будет замечательно у Блая, я так думаю. Так, Роуч Ворон под нами. Гидра сейчас прям под Роучи выйдет. Здесь мута рано или поздно отобьется, поверьте мне. А муталисков уже пачка прямо очень хорошая здесь у Блая. Очень хорошая. Лэйр падает. Гидры здесь у сортов сколько? Один гидралиск всего. Блин, ну фигово, что все хаты у Блая погибли. Но у него вот вдалеке есть хата заказанная. Надо все здесь сбривать, в том числе и пул. Сортов ставит спорки. Сука, у Блая муталисков в итоге 113. Блин, ну 13 это не дико много, чтобы спорки в лоб пробивать. Вот в чем проблема. Так, хату на мейне Блай восстанавливает. Блин, а зачем на мейне это здесь ра... Да ну, Блай, ты что творишь-то? Здесь вообще минералов нету. Так, прилетает мутка. Фаерболы суртов кидает. Блай, ну давай только на фаерболах не отдавайся. В такой-то ситуации. Спорки две всего, кстати говоря. Это смешно. Блай пытается подрезать максимум, что может здесь. Криптуморы, да какие криптуморы-то, иди ты, Блай, ну убивает его. Так, рабочих у Блая 30 осталось. Зачем здесь хату было делать, я понятия не имею. Вот закажи здесь ресурсов, туча вообще ресурсов, туча просто.
Так, о, вот эти пацаны сейчас помогут в лаю фаерболить минеральную линию. Вообще прекрасно можно здесь. Дрон с ХГ встал, конечно. Ну и все, добычу сблочил сортов. И пусть там тусуются снизу. Лимита Блая больше. Даже может быть и лучше, что он мейн заказал сейчас, я не знаю, Блай. Ну, добычи у сортов не будет сейчас никакой, это очевидно. Блай, надо зайти газ брить. Муталиски возвращаются, надо троучи встречать там. Блай опять газ сортов подбревает. Ну и отступает, надо, сейчас еще и пул можно сбрить будет. Так, мута прилетает здесь. Блай, дистанс майнинг, зачем вместо того, чтобы мейн... Блин, вместо того, чтобы сразу хату здесь закатить, дистанс майнинг у Блая какой-то. Ребята, Блай-то победил здесь, просто красавчик. Просто красавчик вообще. Это очень хорошо было сделано, все Блаем. Муталисками он абсолютно верность. Но вот такой размен, у Блая есть опыт такого размена. То есть, вся его армия была здесь, он максимально быстро вынес сортов у всей технологии дома. Всю экономику. И за счет муталисков отбил все дома, потому что там ничего по воздуху абсолютно не било. Так, у сортов что, инфестор первый? Да, готов инфестор, смотрите, по сортов. Но муталисков ни в коем случае Блая нельзя просрать здесь. Вон они ходят, инфесторы. Блая это видит прекрасно, кстати говоря, что инфесторы там ходят. Боевого Блая все больше. Так, фаерволл постоянно накрывает дронов там Блай. Муткой надо в другом направлении сейчас работать. Блай обязательно. Вот сортов пытается зайти наверх, принять бой здесь. Блай отступает немножечко назад, фаерболы пошли. Главное на Микос не попасться как-то жестко. Так, просто Микос молоко выкинул сейчас сортов. Блай есть закопка, закопался, ушел просто. Сейчас у Блая еще экономика лучше станет, что самое интересное. Блай просто отступит домой. Да, вот у него очередная база добавлена. А есть у Блая Роуч Ворон? Жив он? Да, живой Роуч Ворон. Все, так сейчас Блай Роуч отстроит и все. Так вот, да, просто непонятно. Вот если Блай сразу эту хату поставил, он бы уже эту занял. У него бы уже там Роуч и продакшн такой вышел, вообще жесткий. Ну, инфестора есть, но сортов на таком. Клочки земли как бы живет сейчас. Затрепан весь. Блая уже роучи реводжеры новенькие делают. Тут сортов прибежал к чейнджингам. Ну нет, дружок. Самое главное, что и грейды-то у Блая лучше, как бы, чем у сортов. И гидродена нет. То есть инфесторами придется всю энергию потратить на муталисков. А если Блая их сплетанет более-менее... Они налетят нормально и часть выживет 100%. То есть это будет дэмэдж, который будет безвозмездным просто для Блая, так как воздух только фаерболы могут сбить, помимо Микозы и инфеста Теренов, которых могут инфесторы выкинуть. Так, секундочку. Так, сортов тут два роуча зафаерболил Блая. Че у него там по инфесторам? Три инфестора уже есть. Блая пытается хату отменить. Ну, а идти вперед, Блая что-то тянет здесь, не знаю чего, блин. Уже 158 лимита. Так, снизу роуч еще ковыряется, чем-то Блай по одному роучу сейчас сливает. Непонятно, зачем поп спорка пришла. Да спорку минус 0, че боялся-то Блай? Боится-то. 13 муталисков быстро. Он может боится, что здесь инфесторы с закупкой будут. Я хрен знает вообще, что он там Блай может бояться. Еще что-то тут сбрил сортофу. Сортофу даже Роуч Ворона еще самое интересное. Блай сейчас реводжеров уже станет. Уже у Блая уже есть 7. Сейчас еще будет больше. Еще 7 делать. 14 будет сейчас реводжеров. Везде тут Блай
Уверсиров с хайграунда сбривает. Ну, он правильно делает, он вещь сортов бомжует тут на этой. У него уже экономика здесь вовсю, как бы. Три хаты восстановил. Сейчас пойдет и просто убьет, в общем-то. Тем более вижена нет. Тем более можно зайти. О, да, можно через камни зайти сюда на ХГ. Просто позицию занять над этой базой верхней просто. И сортов заминусовать тем, благодаря этому делу. Всему. Муталисками можно даже спорку будет убить, на самом деле. Так, заходит Глай. Сортов идет отбиваться. Да, идет сортов отбиваться. Да куда он там идет? Фаербулит Глай. Фаербулов у Глая намного больше, чем у сортов. Идут они по минеральной линии, по армии тут сортовской. В это время мута ничего не делает. Мутой можно было тоже работать. Сюда прилететь, в бой. Пусть тут инфесторов, чтобы сортов не кидал микозы прицельно, а на муту пришлось бы выкидывать. Вот Глай залетает сейчас. Тут уже победа, это понятно. Плетки там Глай сбривает, не знаю. Да плетки вот мне не надо сбривать особо. Так, ну что же. Очевидно, что МК Мублая выше, но уже сейчас нет смысла смотреть. Да он и сейчас до сих пор выше. До этого-то Мублая вообще подавляющее преимущество по МК было. Так, здесь заползает Роучин с подземному часть сюда. На базу к сортов. У сортов что-то забежал. Тут Блай всеми назад полетел. С чем Блай всеми назад-то возвращается, не пойму. Все армии взял, что-то ушел сейчас. Гэпи, что сортов, он понял, что ему уже не по зубам вообще. Отлично. Так, ну что же. Ну, вторую карту она нужна была от сортов. Ждем ее. Так, прыгаю в игру. Чё ты за херню нажал вообще? Так, сортов, тут и лейзер, тут снут, ему одни зерги вообще, блин, в этой части сетки. Сверху хоть есть Soul, там, Immortal Pass, там, они какие-то не зерги вроде. Пингвин вот этот кореец, не знаю кто, Зиги, Тиран, Гуру, Зерг тоже там и сверху. Короче, блин, и лейзер, так, снут, Рейнер, проблем, что-то снут, что-то сейчас все бреют, как бы, сейчас смотрю.
Так, сетку скину вручную сейчас на все каналы. Поехали. 1-0 была, еще не 2-0 пока. Ну что, была игра... Опа! Смотрите-ка. То, что очень любят всегда делать Блай, делают против него сейчас. И в первой карте сортов пулом подгрызал Блая безгазовым. И в этой Блая вообще он напрягает. На Димагу поставил. Димага. На Димаге тех поражение было. Димагу сортофу. Димага просто не пришел. Вот. Сегодня, как бы, и сортофу всех поражения. Ну, вот у Димаги было, его продвинули сразу на Блая вперед. Вот они играют. Блай же Хеллрейзера выбил до этого. Ну тут Беллингваст абсолютно очевидный. От сортофу идет. Здесь очень далеко, чтобы королевы друг друга хотя бы к рампе подвести. Вот расстояние просто нереальное. От хаты до хаты. Еще одна королева делает, забывает скорость. Да, заказывает скорость. Четыре собаки делает. Четыре собаки. Здесь Блай пролетает и видит, что у Суртуфа нет хаты. И решает перестраховаться, собак закатить побольше. Суртуф... Так, Суртуф же сейчас явно выдвигаться будет. Вперед. Погодите, ребят, сейчас, секундочку. Так. Все, ребят, сортов вперед полетело. У Блай Лэйр. Какой Лэйр-то от меня? Ё-моё, тебя улынет тут. Отменяет Блай Лэйр. Плетки надо ставить. Здесь крампич, что дроны туда-сюда, блин, бегают просто. Плетки не заказываются, нифига вообще. Да плетки ставь, с КГ, Блай, что ж ты делаешь? Ё-моё, что Блай делает? Мне хоть можешь объяснить? Хотя, собаки, интересно, да какие дроны? Закажи ты пушку, улын же идет, ё-мо. Как Блай не понял, что улын-то идет, я еще не понимаю вообще. Так, дроны взорваны все наглухо. Блай тут еще самое удивительное. Отбивается просто даже с рабочими. Взял тут как-то и отколупался вообще. Королеву еле-еле сортов взял, сгрыз. Рабочих у Блая больше, 18 на 13. Собак больше, всего больше. Но Беллингнеста, черт побери, нет, блин. А без Беллингнеста? А без Беллингнеста никак. Так, детали обвинения. То есть про эту тему. Ну, по типу от ДНСу кто-то писал с таким никнеймом, как у меня. Только там про подставные матчи какие-то. Ну, это совсем клиника какая-то. Вот. Писать как бы своим никнеймом буржуй про там матчи подставные, которые вообще, ну, не надо никогда вообще мне были. Вот. Ну и как бы я их не видел, и никто вообще, ну, не, я не понимаю, как бы кому отписать можно об этом вообще. Ну, я отписал, мне мыло дали какое-то там, там молчат все, как бы, блин, знает. Короче, какой-то додик есть, просто у него, ну, никнейм, как у меня, только по другими буквами маленькими написан, как бы, батле, вот, и... Там, если это он, там сразу понятно будет, никнейм не такой, как на моем аккаунте, это, как бы... Просто, ну, то есть... Буржуи могут не спешить с этими всеми делами, как бы, и, ну,
что-нибудь там тупить, как бы я в этом уверен абсолютно. Так, Ублая Лэр, Ублая Роуч Ворон. Ублая все прекрасно здесь, вообще не знаю. Проигрывать эту карту, это, ну, Суртов уже улынет здесь, смотрите. То есть Суртов уже улынет, получается. У него нет Лэра, Блай прекрасно это видит, Блай делает два Роуча. Сделает и стен... Так, стенки нет, вот что-то убожество. Ко. Ё-моё, Суртов бежит вперед, 7-4 Роуча Блай делает, делает и полную стенку. Наконец-то Блай соображаешь на полную делать, но, блин, все равно остается проход. Надо наглухо закрываться было. Первый Роуч начинает выходить. Суртов идет вперед. Суртов пытается эволюшн сбить. Вот Роучи выпрыгивают сейчас. Собаки падают. Все падает. Трансфьюз на плетку. Один очень сильно поможет здесь Блай держаться. Реваджеров выморфить из демодженов, чтобы они время тянули. Реваджера может. Трансфьюз еще пошел. Роучи все больше и больше. 64-47 по лимиту в пользу Блая. Скорость не делается. Но зато эволюшнами Блай блока опять полный делает здесь рампа. Здесь надо найти собак, аннигилировать их просто. Часть Роуч на минеральной линии оставить. Понимаете, что Блай делает-то? Так, а вот собаки прибежали. Все нормально. Ну и все, надо сейчас сделать. Просто был выход как бы на Суртофа. Я не понимаю, почему вот такой ситуации, когда тебя улынет... сделать плюс один, это просто, я не знаю, как... Да даже, конечно, как PvP роучем плюс один, как PvP там просто сталкера на блинк сталкера. То есть это так настолько ультимативный просто получается грейд, что собаками просто не сдержать это. Ну, Суртов уже самое интересное, что три хаты, и он по рабочим Блай обогнал. А Блай делает шпильц, он сидеть тут намерен, походу, и не выходить вообще никуда. Я вот думаю, что это абсолютно неверная политика здесь. Потому что Суртов сейчас просто перемасит Блая, то есть у него работа... Блин. Не, ну шпиль, конечно, это хорошо, но поставь спорки Суртов, а он же видел Блэр. У него все нормально будет. Так, минус оверсир, Суртов уже больше, блин. Блая, кстати, скорость роучем делается. Ну, Суртов нет. Так, а тут что-то там Блай заказал, отменил. Ну, 700 газа сейчас будет. Все, 7 муталисков спокойно может Блая заказать. Два дрона чуть на третьей базе стоят. Вообще не работают у Блая. Странно вообще. Суртов выход решил делать. Ну, тогда Суртов собирается выход по чуть-чуть делать, насколько я вижу. Все, Блай наконец-то начал добывать. Все, газ второй, правда, почему-то на третьей базе не делает. Странно это. Семь муталисков есть, один в продакшене. У Суртов ставит золото в наглую, сейчас самое интересное. А сколько у него королев у Суртов? Три все, да ему. Лети уже, шатай, о, какие тут Блай. Покидает Суртов матч к мутке не. А у него только королевы спорок не было. Суртов обомбанул. Пердак сейчас явно здесь это. Бывает, бывает. Зато Суртов может съехать, если где-то эта тема есть про скриншоты эти, блин. Точнее, или кто может съехать. Кто-нибудь может съехать, типа, что случилось? Да это помню просто. Ну, Суртов и попросил слить, как бы, вот, и Суртов слил в итоге. О, как просто, прикиньте. Так, Лейзер Рейнер. Соул сверху Immortal Pasta убил. Соул, кстати, в финале может быть. Так, а что там Варди ожидает? Я не знаю. Сейчас прыгнем туда. Так, что-то не успел я прыгнуть. Надо было, да, раньше прыгать.
Не знаю, что там за матч идет. Привет, Зики, все в порядке? Так, рекламку купили. Ну, помните про поддержку, естественно, подписывайтесь на премиум, поддержите по реквизиту в описании через плеер. Вот. Ну и отблоки отключайте. Подписавшись на премиум, получаете картиночку рядом с никнеймом в чатике юнитов, в зависимости от стрика, там, один месяц, три месяца, полгода, год, два года. Вот, можно сейчас сразу на полгода подписываться, да можно 4 раза на пол и будет как 2 года, будете 2 года у вас премиум, ну то есть дает пользование смайликами, плюс вот такие картинки юнитов в чате, вот, ну и как просто как поддержка, я вам приятный бонус, вот так вот, вот, плюс стандартно можно поддержать, естественно. Так, и Лейзер Рейнер у нас, кстати, идет. Блин, а я чуть не успел. Да я хотел прыгнуть и понял, что, короче, не успел в итоге. Это печально. Зики переподписан 7 месяцев. Так, опа, Зики. Ну, ты точно муталиск. Как это звучит? Ты точно муталиск. Ну, картиночку самим вручную в настройках чата вам надо поставить около никнейма. Вот. Скоро я с Мишей говорил, скоро еще 5 слотов ведут. Он сказал, что скоро, кстати, Джерес ведут. Нужно подумать, на самом деле, надо как-то нам перераспределить будет, потому что от собаки до батлкрузера очень быстро у нас идет, сделать промежуточные какие-то стадии, видимо. Вот, что я не знаю, что там после батлкрузера впиливать. Есть только каких-то там дератулов и рейнеров, я не знаю, там, или вообще хрен знает. Ксилнагу, сама усатого космического. Никак не видно будет просто тогда, ну смысл, надо какие-то юниты впилить. Так, Лейзер тут какую-то агрессию, что ли, тут собрался делать или нет? Непонятно, нифига пока. Utilize some merch. I mean, obviously it's not being committed to play yet, but there we go. Now we're going to see it.
I mean, I guess with the Bayonets coming down, it is kind of very expected. But that swell of circles to try and catch Рено a little bit off guard here. Ну и Лазер здесь делает, смотрите, Бейлинг Баст абсолютно очевидный, причем у Лейновой как бы. И... сейчас он Рейнеру подгрызет собак. Ну, видимо, была и Лазер у нас будет следующая игра. Я так понимаю, готов ли Блай Лейзер, блядь, Лейзер, ну, очень силен в последнее время, прям нереально он как-то силен стал. Беллинг Баст очень такой сильно идет, очень много собак от Лейзера набегает сейчас. Если Лейзер пытается минуснуть, уж что. И рабочих королев в рампе, надо бы еще бы сбрить сейчас, сейчас плетку бы, которая там рядом строится, не помешало бы. Как-то у Рейнера королевы на мэне прям царски встали, я вам скажу, и они не дают что-либо сделать. Причем у Рейнера третья хата будет сейчас, у Лейзера нет, плетку не сбрил, королев не сбрил. Как так и Лейзер умудрился, я просто в шоке. О, Зиги Гуру, кстати, убил. Пингвин. Так, не знаю, кто пингвин. Если пингвин не зерк, то у нас по верхней части сетки точно не зерк идет. Вот. То есть в финале вероятность не ЗВЗ есть определенно. Это хорошо. Хорошо это. Все продумано уже. Ну тогда надо смайлы обычные продумать. 3-2-2 на самом деле не помешает, как ты предложил смайл. Я уже подумал про 3-2-2 тоже. Можно сделать меняющуюся картинку с лицом там вот этого Соло, который дотер. И Лайфа там, и Сейвиора корейца. То есть такие самые известные товарищи. Первым был Сейвиор в первом Старкрафте, он же IPX Zerg. И т.д. Да, прикольно, спасибо, JS. Но потом расскажешь, там, просто, ну, Миша хоть и говорит скоро, у нас скоро это, ну, вот, 5 минут турецкий, короче. Скоро сосиски, 10 минут турецкий, ну, точнее, 2 минуты турецкий. Но 10 минут назад было 5. Так что тут дело такое, ребят. И Лейзер все равно умудрился как-то тут отпрессовать просто. Офигеть. Казалось, все, уже Рейнер отбился. Я пока разглагольствовал, проморгал момент, как умудрился Рейнер слиться-то вообще. То есть он, видимо, уже в экономику решил, пора переходить. И Лейзер как улынил, так и улынил. В итоге минус Роуч Ворон, минус все здесь. У Рейнера, правда, собак, что очень много в продакшене там делается. А у Лейзера беллинги кончились, то есть надо аккуратнее быть. Здесь новых два делается. Теперь хорошо, что Блай бы выиграл бы, финал бы хорошо, потому что там... Как-то так. Так, ну все, минус Рейнер, ребят, здесь дожал, в общем-то, и Лейзер, очевидно, да, как бы. Я, конечно же, иду к Блаю сейчас. Это тоже абсолютно очевидно. Блай против Лейзера, полуфинал у нас получается, полуфинал. Раньше уже при старых призовых в этой стадии уже 50 баксов, 50 евро получал, то есть там 600-ка было, 50-50 было. 300-150, по-моему, так. 300-100, или, погодите, как там? Нет, 300. Или, сказать, или по 75, да. 75, 150, 300, как-то так. Может, кто меня поправит, я не помню. Сейчас же призовой урезали, 200 евро всю призовой. 150, 100, вот так и призы у нас. Первое, второе место получает. На финал выходить.
пеку от Коми. Тут есть вторая уже типа пека, бомбящая от JS. Вот. А какую еще можно сделать, я не знаю. Смайлика адепта и дизраптора. Ну, это такие смайлики временные. То есть, сегодня актуально, завтра нет вообще. Кто спонсирует этот кап? ESL спонсирует этот кап. Немецкий, наверное. Димага еще не пришел, не знаю. Дэвид Ким уже не актуально, он уже больше баланс не делает, хотя всегда актуально. Значит, смайлик копи, кулак. Это ж надо кулак копить. Ну, это с первого Старкрафта. Русбрейн там с корешем своим гонял на флеш против Джейдонга полуфинал в Корею. Ну и там видео было. А Джейдонг давил флеша гидро, и там чел говорит, копи кулак, переживал за Джейдонга. Что-то я угорел, и все угорели, решил сделать смайлик такой. Он не только в первом StarCraft'е аккуратно.
Так, ну что же. Так, ребят, что-то происходит тут. А, ой, я звук выключил. Все, отлично. Так, короче, ребят, все, погнали. Блай Лейзер у нас, и Лейзер, у него команда интересная такая. Блай был первый без газовой, так против него играл первую игру сортов. Ну, то есть это попытка поджима лингами. Естественно, хата, отмена ее и выход самому в хату, потом уже скорость. Так, ну тут вот, смотрите, когда сорту Блая напрягал, какая ситуация была, и как Блай здесь разменялся. То есть Блай просто наотдавался в хлам здесь. Хотя хату, конечно, задемеджил жестко, но, смотрите, 200 хп. Но добить-то ее не может, зато по-рабочему уже в плюсе в серьезном Блай. В очень серьезном плюсе. Но 12 собак есть у Лейзера. И вот я не понимаю, каким образом Блай их отбить собирает. Тем более, они сейчас со скоростью будут через несколько секунд. Оп, королевы встретили. Собачек закажи хоть, блин. Я не знаю, ну хоть штук 6-то заказал бы Блай. Берет просто без собак вообще здесь бьется. Лейзер обходит.
Здесь королева в районе рампа находится. Третья вышла королева. Все, скорость готова, Элэйджа забегает сюда. Спокойно абсолютно. Блайв встречает собаками плюс королев. Элэйзер на халяву лингу Блайв сгрызает вообще на абсолютно на халяву. Ну и строит дронов, то есть. Все в порядке у Элэйзера здесь. Собаки Блайв не понять, куда бегут. Два дрона теряют. 35-24. Только что Блайв был в плюсе, в хорошем по рабочим. А сейчас он в заднице в полную уже отстает. Ну, а вот здесь вот реализация плохая, вот, конечно, забегание этого. То есть, хату нагрыз замечательно, что для такого хп. Но потоп собаки в хлам все отданы были. При таком раскладе, может быть, проще было пытаться сгрызть эту хату полностью, как бы, да. Но, скорее всего, там осталось мало хп и не догрыз бы бою. Так, 44-51. Скорость у Блая, Лейзер уж третья хата пошла. Саплай Блу, где-то была там овера, и Лейзер убил. Это, безусловно, хорошо для Блая. Самого там 4 аж целых овера строится. Куда столько? Опять же, вот на такой-то стадии, куда так с перебором оверов клепать? Смотрите, 43-76, ну куда такой лимит в запасе, блин? Все ты и 4 личинки, 4 овера занимается, вместо там 2, например. То есть две можно вложить там в более выгодных рабочих там, да. Это и ресурсов лишь, ну там, 404 овера, можно меньше. Ну все, хату Элэйзер же отменяет, Блайн разводит как хочет просто. Так, здесь начинает роуч уже уходить. Королева на рампе отдается здесь. Ну хорошо, хоть собак сгрыз большую часть овера. Ну вот уже еще и два дрона минуснул. Одна собачка вниз умудрилась спуститься, что Блайд тут атаковать собрался. 28-20, ну Лейзер 8, ручка, у него все прекрасно, он все очень четко делает вообще. На наказ, куда МКП делся? Ну, много игроков, кто ушли из Старкрафта с отсутствием пролиги, когда пролига закрылась. Потому что они не были топовыми, они ничего не зарабатывали особо с турниров. И еще и закрылся Малыш Пролига, перестал существовать, так еще и на ВЦС их на европейских, где они на халяву многие могли фармить хоть какие-то деньги, их не стали допускать, получается. Вот. И многие ушли в армию, тут забил. Кто-то вернулся в первый StarCraft. Топовые самые первые StarCraftеры, флеши, что Шторки там и Джейдонги, там, я не знаю. Вот. Ну а вот насчет Марин Кинга сегодня. Удивительная сетка была на Алима Лиге. Марин Кинг играл сегодня и Ликвид Хиро. Причем Ликвид Хиро даже до не полуфинала, до четверть вроде финала дошел и Бьяну слил. Вот. И вот как раз Ликвид Хиро и Марин Кинг убил в предыдущей стадии. 1000 лет не видел их никнеймы вообще уже. Особенно Марин Кинга. Так, ну Блая больше сейчас, смотрите, роучи, чем у оппонента его. Он допускает собак вообще сейчас на мейн, вот сюда. Так, здесь Блайд собак снизу держит. Лэйр пошел сейчас у Элэйзера. 47-29 на этой стадии по рабочим, да вы шутите. На 20-ах больше рабочих. Да больше сейчас уже 53, блин, на 29. Собаки пытаются бегать. Роучами Блайд непонятно, что делает вообще. Если что-то и делать, то уже надо вперед выдвигаться Блайду. Чего он стоит-то, блин? Делаются реводжеры. 49-66, по-моему. Просто понимаете, вот если бы это уже где-то здесь все было с такими лимитами, у Блая были бы все шансы давить. Но у Блая, понимаете, он еще не вышел. А у Лейзера уже такое преимущество, у него уже больше лимитов. То есть как-то он увидит Блая, он, естественно, сейчас максимально быстро начнет масить своих юнитов. Плюс у Элэйзера есть грейд на атаку. Понимаете, собаки уже менее эффективны намного. Ё-моё, я даже только сейчас на это внимание обратил. Я думал, и броня-то не у Блая делается. То есть, если у Блая броня делалась, то можно было под от тайминга брони танцевать здесь, пытаться. Но нифига. 104-132. Блая пытается заходить. Реводжеру новое делается. Ну, реводжер, конечно, у Блая есть. Ну, а толку-то от этого? Ну, есть там реводжеры. Так, идет улын, Элэйзер, масть, ты масть, роуч.
Собаки там что-то забежали, или это... А, это главное, наоборот, собаки забежали. А почему у него... Так, ну, на второй базе вообще ничего нет, никакой добычи. Нет, ребят, это, к сожалению, здесь очевидно абсолютно для меня, что уже ничего здесь не продавить было, его слишком мало здесь, и собаки слишком слабы против роучей с плюс один, а они сейчас еще будут просто плюс один, и будет с 1-1, а это уже совсем катастрофище полное. Так что придется было тащить следующую игру, пытаться. Так, собаки разводят на третью. Приходит еще парабанк преимущество. Хотя 96 на 107 по боевому. Посмотрите, вот Блейзер 1-1. Сейчас 2-1 скоро будет. Когда будет 2-1, это совсем еще... Ну, тут Блайер попытался залезть. Типа сейчас позицию займу, залезу. Но Блейзер столько много, он просто растоптал, короче говоря, своими роучами превосходящим количеством Блайер. И это печально. Да, GG, к сожалению... Верю я, что Север замечен в обставных матчах. Он не просто был замечен. Наверное, самое большее наказание из всех понес. Он был не просто замечен, он был организатором подставных матчей в первом старте. Так, ну что, ребят, Блайчик против Элейзера. Хочется мне уже отойти. Вроде чай не пил, но что-то просится наружу. Но пока никак. Так, ну что, 16 дронов у Элейзера на мейне. Без газовый опенинг. И обратите внимание, в какой? В три хаты вообще ранних. То есть третья была до заказа королев сейчас сделана. Ну, была есть шанс выйти в лейер сейчас сверхранней вообще. Так, нет, обвинения с меня не сняли пока. Но на GoFOSK, видимо, об этом вообще... GoFSK об этом не знает, поэтому как бы в игре все нормально. Мне вообще Steam Liquid канал мой сейчас
Ну, не удалили, видимо, а заблокировали пока, как бы. Я даже на Team Liquid стримы вести не могу, твический бы свой получается, что самое удивительное. Вот. И, ну, куда я на мейл, что мне дали, написали Blizzard'ом. Никто, короче, ничего там не реагирует. Вообще, ну, никто не, ну, не реагирует нигде. Я пишу, ну, написал Ворио, но там, ну, вот он этот... Короче, напишет еще раз DNS, я попросил хоть скриншоты как бы взять, просто я бы на стриме показал бы их, и стало бы понятно, как бы, ну, допустим, хотя бы мне и нам бы, что там кто-то с моего аккаунта писали. Или это писали там с, я не знаю... Ну, как бы... просто никнейм совпадает с моим. Вот. То есть, как бы я вот этого и боялся, что это полная шляпа, как бы, ну, то есть, естественно, если захотят, как бы разберутся, то можно вообще разобраться за час, как бы, мне кажется. Да какой час, даже меньше. Вот, ну, просто там буржуи будут тянуть резину, как бы, кота за яйца, ну, как обычно они любят делать, как бы, ну, а мы будем страдать от этого все в итоге. В игру будет не попасть. Так, ну, Блайда, шпиль по-рабочему, конечно, отстает уже от Элейзера, но... Здесь еще даже лейер не заказан. Смотрите, тут заблочился весь наглухо лейзер, блин. Рабочих, правда, больше, чем Блай заказывает. Блай там на 6-7 стабильно проседает вообще рабочих. Но шпиль это очень положительный момент. Блай сейчас настолько масить муту может начать быстро, что вообще... Вот, так что такая шляпа, ребят. Не знаю, вообще-то как бы, ну, тупейшая какая-то история. Ну вот. Кто с ней связан, я не знаю. Я даже Алексу 007 написал, чтобы он мне дал контакт, как бы. Вот. Того, кто там писал из Blizzard или откуда вообще это все дело, чтобы как бы мне дали, ну, чтобы я спросил у них, чтобы мне дали какие-то данные, там, скриншоты или что-то вообще, как бы, за хрень происходит. Вот. И, ну, правда, он у меня удалил из скайпа, вот, походу, ну, вот, и... Не знаю, видит он это или нет. Так что тут дело такое. Муталевский 6 штук заказываю. Лейзер из двух эволюшнов. Грейды штампуются. Просто делается ЛР на дальней базе. Получается, Блая будет сейчас не 6, а штуками 10 муталевскими сюда ворваться. У Лейзера спорки не будут заказаны. И королев у Лейзера все 3 штуки. 10 вообще убить можно, мне кажется, здесь просто. Блая спешит или не спешит. 6 муталевских я наблюдаю. Так, еще все, 7 есть. Полетел Лайчик вперед. Оверов, кстати, по пути лейзеровских нет. У лейзера уже там инфестейш. Еще 3 муталиска Блай делает. Плюс 1, кстати, на муту делает Блай. Залетая внутрь, конечно, здесь одна королева. Все, ничего нету больше. Хорош, Блай прилетает. Мутка начинает жать. ГГ пишет и лейзер просто. Что-то сегодня мута от Блая просто бах! И все. Под дых удар просто какой-то. Ничего не сделать. Сразу же плывут оппоненты, как бы, и пишут ГГ. У сортов убомбит пердащев. Лейзер просто выходит. Ну а что сделаешь? Там 3 королевы всего. К тебе муталиск уже из десяток прилетел. Конечно, они унизят в хороших руках все. Молодец, Блай. Так, аутентификатор есть, что-то, ну, есть, но я не пользуюсь им, это же там телефон, по-моему, или что это там, я не знаю, кого, вот.
Просто в данном случае, чем он мне помог бы, я не знаю. Так, ну что, ГЛХФ. Да, ох, рекламу раньше времени перевел, прошу прощения. Как раз на конце там. Я извиняюсь, вообще не в тему пиланул рекламу сейчас. Так, ну Влая 17 хату и лазера то же самое. Видите, ребят, секунду, что мне, блин, хочется. Потайте сейчас, я быстро вернусь. Так, все, я здесь. Погнали далее. Ну и Лейзер не делал в прошлой игре разведку. Он просто готовился к мути в стандартный, ну такой более надежный, через роучи некоторое количество. Влай же просто, ну вот, делал на роучи, только грейды он вообще роучи не делал. Все это максимально ранний шпиль, максимально ранний Лейзер был у Влая. Так, у Влая очень ранняя третья база сейчас, безгазовая, соответственно, вот, безгазовый, в смысле, билд это был, а не база безгазовая. База-то с газом, но ущербная, 6 минералов газ, соответственно, вот, и 6 минеральных кучек, минеральных друз. У Лейзера более база мощная, то есть... где полная стандартная база, полная минерала, соответственно. Вот сейчас Блая главное на скорость вообще. Так, как минимум уверен бы, кто в мой ак зашел или не зашел. Блин. Я если увижу скриншоты, кто там пишет, как бы, если там никнейм нормально есть, как бы, то просто у меня DNS вообще по Real ID был добавлен, то есть у меня он, я у него мог отображаться, как, ну, как бы, если это с моего кто-то зашел с именем, да, с моим там. А если там никнейм просто какой-то есть, ну, там, смурф, типа, с маленькими буквами мой никнейм написан. Если там этот никнейм такими буквами написан, то все ясно, что это даже и аккаунт не мой, собственно говоря. Так, Лейзер пытается со всех сторон Блая понапрягать, у него нифига не выходит особо пробрить королеву. Блая держится по всем направлениям. Блая плюс один заказан, кстати говоря. У Блая заказан Лейзер, но и Лейзер что-то дронов сейчас масит. А, ну Блай тоже закал, кстати, дронов и немало. Вот, и... Так, видите, на этой карте какой-то баг. Не показываются вот, лимиты боевые, я смотрю, да? Да. Или такую они создали, не знаю, может быть... Вот такая версия сейчас. У Блая собаки без скорости, кстати говоря. Плюс один раньше, чем у Лейзера. У Лейзера, кстати, как, когда он полностью раскачает свои базы, у него инкам будет больше, чем у Блая. Почему? Потому что там минералов, друз больше на вот этой базе, я уже потом говорил.
Так, Блай перемасил явно по-рабочему оппонента своего здесь. Будет ли шпиль вот в этот раз? Давайте шпиль, мне кажется. Хотя, с другой стороны, атака раньше, все раньше. Делай скорость лучше, может быть, даже гидроден добавить. Сейчас сюда можно было бы лазер. Так, у Блая скорость. Скорость собакам доделает. Так, пытается лазер подскочить, как собаки-то хорошо встали, блин. Блая везет, здесь прям вообще замечательно все получается. Лимита больше. Четвертую Блая надо ставить и не париться. У лейзера Роучи, у Блая и Роучи, и шпиль, кстати говоря. Ну, шпиль интересно. То есть, если у Блая будет достаточно Роучи, чтобы сдерживать лейзера, он будет двигать по карте агрессивничать, потом резко фигак, и у Блая муталисков штук 7-8 вылетает, то и лейзер будет терпеть очень жестко, на самом деле, в этой ситуации. Так, залетает и лейзик. Надо бы встретить. Королева из мейна это встретить. Ну что за ошибки-то? Королева из мейна не встретил. И лейзер идет вперед. Сейчас Блай спалит или не спалит. Так, собаки забежали. Собаки ни хрена здесь не убили вообще. Не-не-не. Дрона-то одного хоть убей, Блай, ё-моё. Но одного убил вроде как нормально. Увидел, что Роучи у лейзера много. Сам-то заказал Блай сейчас Роучи. Ну и, кстати, на муталецках где-то на штучек 6 будет сейчас ресурсов. Халявный овер и лейзеры здесь летают, Блай минуснет. В этот раз и с оверами Блай, кстати, не переборщил, что самое главное. И плюс 2 прям вовремя заказано у Блай. И 5 муталецков заказано. Хорош, хорош. Сейчас вот 6, вот мне кажется, сейчас идеально прям было бы, идеально. И лейзер вот так бы развелся бы на эту тему. Просто заказать сейчас гидроден и сразу в гидру свич делать, пусть он там что угодно делает вообще. И давить. Либо роучи реводжерами пытаться давить. Так, Влад здесь бегает, чейнджинги там и лейзеровские бегают. Так, что себе лейзер решил, что здесь просто возьмет и Влад в лоб пробьет? Не, братин, тут как бы ты ничего не пробьешь вообще. Тебе, по тебе сейчас по печени пробьют. Еще бы пятую сразу базу ставить. Ну, муталиски-то полетели. И овер разбиваем его. Что там? Ну, Блай решил, что овер потом сагать. Просто сейчас Роучи решил погонять. Ну, пусть гоняет. Там гидроден. Надо давить. Ты сагрил оппонента на гидру. 170 лимита на 40. Надо как-то реализовывать. Так, что бы они выдвигаются вперед-то? Вон Роуч, пачка стоит. 16 дронов владел. А, Блай решил раскачать. Ничего себе, Блай. Блай решил захалять Аки Дьявол просто с инфестейшенами там со всеми. А что инфестейшн-то? Хайв? Шпиль? Грейтер Спайр. Ну, кстати, да, если сейчас хайв доделается, как раз плюс один здесь доделается. Можно и в Грейтер Спайр, например, выйти было бы. Так, здесь закупка подземной муфы и лейзера, кстати говоря. Блай прекрасно видит из-за Роучи с этими шипами, которые дают подземное передвижение. Очевидно, что да, там у лазера подземный мув становится сейчас. Вот, Блай пытается. Так, камни пробил, сбоку тут к лазеру пришел. Ну а толку, что пришел. Ну, тут что-то Блай не то делает. Размен явно не в его пользу. Ресурс у него, правда, больше, и рабочих у него явно больше. Сейчас же тоже подземный мув будет готов, что самое главное. Закопка через секунду будет готова. Уходит Блай. Уйдет, да, уйдет сейчас Блай. Лейзер пытается гнать. Здесь, кстати, лейзер сам начинает первым напрягать подземный мув. Везде по всем направлениям. На мейне Блай вроде как отбивается. Здесь Блай обходит лейзера сбоку. Так, и лейзер в атаку попер. Да, идет и лейзер в атаку. У Блая 18, Роучи сейчас до заказа. Надо как-то развести лейзера. Вот эту группу принять бы просто было. Так, муталиски нормально бьются. Роучи со всех сторон накидываются. Мутку можно было бы и не отдавать. Здесь тыло Блай шатает и лейзеровских юнитов просто идеально фактически. Ну и хайф уже готов. Грейтер Спайр можно спокойно закрыть. Так, гидру Роучи Блай принимает. Прекрасно просто это делает. Но... ему выпили на просто 2-4 дрона. Правда, у него осталось все достаточно много. 9 он делает. Вот же хайв готов. Шпиль делай что-нибудь, Блай, делай. Ни Грейтер Спайра, ни хрена не делай сейчас.
Оверсирами. Видит, роучи мимо полетели. Да ёпта. Всё, наконец-то поймал. Всё, пятая база у Бла есть. Ну и что Бла собирается? Вот роучами голыми. Нахрен хайф-то делал? Ресурсов миллиард. Вот, наконец-то вспомнил про то, что... Блин, вот... Ты, понимаете, StarCraft, ты как бы делаешь какой-то план свой, вынашиваешь, как побеждать. Так надо его придерживаться и реализовывать. Вот сейчас была непонятная вещь, то есть у него уже мог уже быть готов шпиль, если бы он его вовремя делал. И он мог бы уже убивать и лейзера. В итоге Блай просто проморгал. О, не, ребят, ну это ж вообще, ну что Блай делает, а? Здесь ползет, куда ты ползешь-то, блин? Ну ужасно, просто ужасно Блай действует. Просто на ровном месте просрал игру. Куда-то пополз. Ничего контроля нет на карте. Хотя вот сейчас вот роучи и на четвертую, и на вторую к лейзеру заходит. Дома один с муталиска Блай заказывает. Но я, смотрите, какой запас здесь. Я уверен, что и лейзер здесь пробьет Блай с запасом таким, что ну ничего не сделает. Так, муталиска Блай сливает на ровном месте здесь. Надо шатать гидру здесь муткой. Шатай гидру. Ну куда все летает-то? Ё-мо. Вот гидралисков забирает Блай. Кстати, в элиминейт, возможно, Блай даже здесь и победить может попытаться. Хотя я в этом не уверен абсолютно. Ну вот у него есть на краю хата. Здесь несколько дронов. Надо бы их увезти куда-то бы сейчас бы было бы. Блая попытаться. 108 на 166. Рабочих Блая меньше. Но у него есть мута, которая, блин... Решает эту игру, исход может решить. 14 муталисков, смотрите, они быстро выбивают. Здесь все, хата-то на краю есть. Гидры отсюда не уйдет вообще нисколько. Боевой одинаковый практически. Сейчас боевой у Блая больше будет. Дрона уводи из здания. Нет дрона, Блай, уведи дрона, я тебя умоляю. Отсюда дрона куда-то, газ здесь пиливать надо. Сейчас же прибежит, он минуснет, вылиминейт, выиграет. Блай, ну что ты делаешь-то? Тупик ты, тупик. Дрона уведи. Дрона Блай. А вот дрон делается на мейне. Хорош, здесь дрон будет. Газ заказываю. Хорош, на мейне газ заказывает. Мута летит, унижает здесь. Гидра есть. Ну, 4 гидралиска смешных. Блай, ну что ты творишь-то? Хата падает. Там дрон еле ушел. На мейне дрон еще один есть. Ручи там подземно мум пытаются спасаться. Спасаются. Блай добивает последний уже здание, да добивает же, вот они в самом элиминейте. А, у лейзера хата есть, кстати, вот в чем дело. Ай-яй, база не восстановлена, у Блая что по зданиям-то? Газ один остался, жесть просто. И лейзер пытается газу приползти или не пытается пока? Не, не пытается. У лейзера хата сныкана, Блай ее не видел, кстати говоря, это полная пщаль. Но здания не открылись, блаевские, пока еще вот сейчас открылись. ГГ все-таки, как Блай проиграет такую игру сейчас просто весь. Дронов нету, Блай? Не, а, все, ГГ. Ну, конечно, и лейзер сюда прибежит. Блин, это просто дичь вообще какая-то. Короче, ребят, печаль полная здесь. Второй полуфинал Soul против Зиги. Ну, хоть поляки в финале будут. Ну, хоть... Ну вот если Блай второго дрона сейчас увел, то есть, понимаете, Блай муты, как бы он сконцентрировался на муте,
роучами здание не убивал, упустил дрона и лейзером хату заказал в итоге. Вот в итоге вы видите, к чему это привело просто. Обидная фигня. Так, ну хоть не за ВЗ финал, и то хорошо. Ну что, ребят, всем привет, ждем финала. С нетерпением. Помните, что поддерживать надо меня и мой канал. Подписывайтесь на премиум. Отключайте отблоки. Поддерживайте по реквизиту писания через плеер. Piękna jednostka. Окей. Два викинги oraz Raven. И это, в сумме, ciekawa sprawa. Викинги могли бы просто вылондовать докладно так. И, но, бым поведел, что это могло быть трошечко... А, Сул, там Сул уже 1-0 ведет. Jest tak, że autotaret w drugiej mógł zrobić trochę inaczej, mógł przelecieć wikingiem od góry, na przykład Soul i tutaj rzucić autoterety, a tu wylądować wikingami. Według mnie wyglądałoby to troszeczkę lepiej. Okej, pamiętajmy, że no dosyć dużo zadają obrażeń teraz wikingi jednostkom mechanicznym, więc to są, to jest tych strzałów dosyć ciekawe. Zobaczcie na przykład. Tak, no Soul tu wiedział, ja na skolkę wiszą. Strzały, jeśli dobrze ogarniam, a ten, SCV na 3, także no, także tego. Так, ну да, кстати, Блай, понимаете, Блай и... Фига там викинги такие. Какие-то делюксовые викинги. Если бы Блай тупо сидел и просто делал брудов, он тоже бы был бы в плюсе, безусловно, бы здесь. А он куда-то поломился там вообще. Позднейшие апгрейды Соула. Тут главное, ходит мне о плюс 1-1, więc то может заважить, действительно, трошечка на разгрывце. Zobaczymy jednak, że na... jak mocno... Blin, wikingi, słuchajcie, jakie te zwiozdnowojnowskie wikingi. A tymczasem jest podejście, no i właśnie, kontratak ze strony Ziggy'ego ma troszeczkę mniej jednostek, ale tutaj może też kwestia właśnie takiego, takiej dobrej pozycji, no to ta pozycja fatalna. Oczywiście, ta pozycja okropnie fatalna, chociaż teraz dobra salwa, jeden z klumpa, prawie pada to jeszcze troszeczkę, autotaretów poleciało. Jeden сиштанк zostanie zniszczony, więc nawet nie ну, тут у Зиги ничего не получится особо сделать. Зиги, jak zresztą zauważyliśmy. No i co, jakiś kontratak nie ma miejsca, to jakieś mariny po prostu stoją, żeby tylko sprawdzić, czy coś przypadkiem tutaj nie wychodzi dokładnie tak. Udziwiam, że Зиги jeszcze do półfinału doszło. Сул сильный тиран, а у Зиги... Просто Сулу тоже не получается втащить, он стабильный очень. Зараз обокохи, чему ты, о, Рейвен? Prawie zestrzelony, okej, to było całkiem ciekawe. Siege-tanki także są atakowane, to wygląda wszystko naprawdę super fatalnie. O, wow, okej. Niby potracił troszeczkę marinów tutaj Soul, ale to nie jest ważne, no bo po pierwsze zestrzelił dwa wikingi, a po drugie zestrzelił także dwa siege-tanki. Więc dla niego to jest naprawdę świetna sytuacja. Podwójny drop do ukrytego naturala z jednoczesnym, znaczy nie do końca jednoczesnym, ale z atakiem, tym harasem autotaretowym do maina. No i zaraz zobaczymy dokładnie tak, natura w tym momencie w opałach, tutaj jest już plus 2 w drodze, więc jakby zeszły jeszcze i... Tak, no tu Soul dropnął się w tył. Super nieciekawie, ale on nie celuje w... CC-ху Зиги выпилил просто. Приятного здесь очень мало. Марики на щитах против мариков без щитов, ребята, прохладная история, конечно. На самом деле Soul мог выпилить там все, даже всех мариков, просто он решил инженерку убивать. Ну и выбил, кстати, с атакой инженерку. Traci Siege Tanka, no ostatecznie nie zadał według mnie aż tak ogromnych obrażeń, może jakby, jakie by chciał. No i stracił też swojego command centra, więc może to oznaczać, że za chwileczkę zobaczymy Soula w finale. Do tego jeszcze... O, Medivac to jest ten... Oj, 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 8 jednostek Medivacu, okej. Okay. Jeszcze ten drugi zestrzelony, zbyt późna reakcja. Także tutaj no na pewno nie wyszło to zbyt dobrze, okay, nie ma co harasować.
Хорошо. Jeden CV padnie. Wow, okej, okay, to ile tych CV tutaj jest? What the hell? Ile tego tutaj? 24, 30 ponad. Wow, okej, okay, ponad 30 CV w tej linii. Razem z gazem oczywiście. Kosmos. Космос там говорят. С Сашей Белым космос где там. В Польше Саша Белый. Саша Белый и космос там. Так, ну сейчас ЕГЭ придет, дожмет здесь. Или наоборот, отобьется Соул. Właśnie, no to jeszcze Viking Paddock, okay, tutaj nie do końca ciekawa pozycja. Nie, Соул наоборот отобьется, до лимита боевого одинаково по рабам Соул, больше намного. Ale, ale właśnie, ale Соул będzie miał późniejsze plus 2-2 od tego, więc teraz de facto Ziggy ma przewagę. Так, где видео Бьянкины? С какого турнира? А, вот сейчас я... Давайте, да, пока я рестримлю, пока здесь сами они тыкают. Надо Шалима Лигу выложить сегодняшнюю. Трошечко то заболело, według mnie, Соула, но хотел бы немножко, может, занять Голда, а теперь мусить отбудовать ЦЦК. Myślę, że preferencyjnie chciałby go robić w mainie. Mnóstwo medivaków, 12, kto posiada Soul. Ziggy ma 2. Okej, okay, to jest fatalne. Dobra, tutaj ten Siege Tank świetnie atakuje. To są też mocno poobijane jednostki. To są naprawdę przepotężne obrażenia. Do tego jeszcze Siege Tank padnie. To było naprawdę świetne. To było naprawdę świetne. Kolejne medivaki tam nam tutaj giną. Okej, okay, Viking za chwileczkę pęknie. Okej, okay, jest mocne podejście. 4 Siege Tanki jeszcze pozostały Ziggy'emu, więc są tak, troszeczkę tam się tanki, to Ziggy naломил się, rozwalił się, minus Ziggy, ребят. Ile tutaj tego truchła pozostało? Truch się nie ściele gęsto, on w tym momencie jest głównym elementem składu po prostu tego... Tej planszy już w tym momencie. Jak macie baton Marsa albo coś w tym stylu, masz główny skład, to jest cukier, to tutaj mamy główny skład mapy Proxima Station, są mariny. Okej, okay, Medivac tutaj jeszcze będzie w stanie dosyć dużo zrobić, chyba zostanie zastrzelony, tak jest, dwa mariny jedynie wyskoczyły. Okej, okay, tanki, jest podejście, całkiem fajnie to wszystko zostanie poczyszczone, tam nawet chyba jeden Siege Tank nie zginął Soulowi. No, no po prostu, no, no niegodne ilości Medivaców, 10 Medivaców, mnóstwo energii. Wygląda to świetnie, no niby ten Command Center działa, ale to nawet nie jest orbital czy planetarka. I o właśnie, to jest Command Center, tam tutaj też przelatuje. 37 jednostek zbierających na 69. Nawet bez tego Golda Ziggy ma, znaczy Soul ma większe wydobycie właśnie, bo po prostu o wiele więcej jednostek zbierających. Więc to może być w zasadzie tyle na ten temat, ja bym powiedział. No, tutaj po prostu no, nie ma jednostek, które za bardzo zbierają minerały. Które mają się odbudowywać 75 na 105, tutaj dalej jest mnóstwo tanków, okej, jest... O, okej, Ziggy się cofa. Jednak nie idzie na base trade, ani nic w tym stylu. Soma w tym momencie przewaga, by Raidomo robi plus 3, Ziggy próbuje plus 2. Nie robi plus 3 na pancerz, chociaż może właśnie, więc to też nie wygląda to jakoś tak ekstremalnie super. No, no i zaraz zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Siege się rozkładają, jeden... Tak, no co, przyszł! Salwa, no i tutaj wygląda... Kajszy minus Ziggy, kajszy Ziggy, смотрите, malikami tanki to wypilił, co samo udziwitelne, no... Fajnie się wymienił. Etego mało, ребят, 63 na 163. De facto samobójstwo tą całą armią, ale... Ale po prostu było tego tutaj za dużo. Myślę, że planetarka, znaczy... Planetarki nie wiem, czy by zniszczył, bo został mu jeden siege tank. Nie, dwa przeżył, bardzo. Teraz by dojechał, chyba. Ale no to jest 109 limitu kontra 33, to nie jest wygrana już w tym momencie, nie jest do wygrania ta gra od Ziggy'ego, do wyrównania się w jakikolwiek sposób. Ma tego Golda, on działa, ale za chwilę go straci, dokładnie tak, Siege już w zasięgu się rozłożą. Nie ma sensu chyba nawet atakować marinami, po prostu wystarczy go zmęczyć, jak to się mówi. Bo Ziggy nie ma jak podejść swoją armią, nie ma jak podejść swoimi jednostkami ze względu na to, że po prostu no, ma zbyt mało Siege'ów, zbyt mało Marinów, żeby po prostu się na to w jakikolwiek sposób wbić. Będzie reperował, ale to tak naprawdę też służy Soulowi. Dopóki te CV reperują, to nie zbierają minerałów, a dopóki nie zbierają minerałów, to wydobycie jest w tym momencie no, 1/3 tego, co wybiera Soul. Czasami no, połowa powiedzmy, połowa. Gazowo też to wygląda słabo. Także nie, jednak wiesz, że CV będzie atakował. No co, ребят, darzym idzie, короче, ja tu особо игру nie смотрю, почему to ja пытаюсь выложить Алима Лигу. Запись есть, показывается файл, жму сохранить, пишет, не удалось загрузить. Пытаюсь выяснить почему, не знаю, выясню или нет. Ребят, многие хотели посмотреть, вот, наверняка Алима Лигу, но что-то нифига не получается.
А, может, я ролики случайно понажал, сейчас гайте. Не, ни хрена. Да, пишет нам, или появилось видео, но оно ни хрена не появилось почему-то. Так, сидел в баре с пацанами рядом в конторе, был Квинс Кэвелл, обшел, сделал ставку на Зенеса, выиграл 200 рублей, но он же проиграть должен был, ведь я же его просил. А он ни хрена не проигрывает. Короче, ребят, пока Алима Лигу я не буду выкладывать, она не выкладывается по какой-то причине, вообще не знаю. Сейчас приду, секунду, ребят. Так, секундочку, банан съем. Сегодня взял таких бананов в порядке. Вот. Они уже такие спелые. Даже по оценке были. Сейчас съем и вернусь к вам. Все, ребята, игра началась, поехали, я здесь.
Здорово всем, кто недавно подошел. Соул против Лейзера. Бо-5 это. Соул это польский тиран. Очень неплохой. У него ММР там под 6700, под 7к. И Лейзер сейчас вообще топовый. Он, по-моему, он же Валенсия Дримхак выиграл отборочные, насколько я понимаю, да? И кто там выиграл-то? Сирал выиграл. Не, Сирал и он Чопинг выиграл. Чали гулет. 6 будет осенью. Так, ну и посмотрите, что Соул делает. Понабрались от Бьяна, называется, да? Он приходит и просто бункер собирается ставить здесь. Ставит поближе к хате, но так, чтобы его не видно было. От хаты строящейся. Вижу, у нее единичка, я так понимаю, вокруг нее. Или двойка. Так, заезжает КСМ-ка на мейн одна. Сверху тоже бункер, что он сверху-то нахрена? А, ну тут решил Соул, что можно и сверху, и снизу, например. Не, ну хати-то кранты, понятно, это край здесь хати, и это очевидно вполне. Надо уходить, Марик очень быстро бежит, как может. Со всей своей 3.15 скоростью, вот, потому что иначе собаки покрошат его вместе с дронами. В общем, хату надо выпиливать. Здесь факта пошла. Хата пробита. Бункеров две штуки. Бьян обычно еще и третий строит, там и четвертый, как и инновейшн. То есть, чтобы, если эти пробивают, хуп Мариков сразу в следующий пересадил, максимальный урон нанести армии Зерга. Здесь слабо под старпорт, надо фактую перелетать, я думаю, да. Или танк решил заказать. Все-таки танк. Че посадил? Взлетел, посадил. Да не, Баншой проще отбить, просто она как бы и здесь может напрягать, и дома, а танк только в Сиджи может, в принципе, отбиваться. Блядь, терабайт 3000 не видел. Нет, Чарлик не кастрированный. Были уже проблемы из-за этого, как, кстати, игра у него со здоровьем. Перенюхал мочи гуляющих женщин собачьих, блин. Задняя часть отнималась вот так. Бывает, оказывается, такое. Так, не, Magic никакие вагоны NGS не разгружает. Ведь он же фулл-тайм стример, и он зарабатывает только стримерами. Снизу плинтус донатера присутствует, как бы. Вот. Я тоже как бы так же, да? Вот сейчас уже даже и не играю, сам не тренюсь, на турнирах не выступаю. Ну, блин, у меня нет плинтуса донатера, ребята, вы уж извините, как его. У меня просто реквизиты там. С плинтусом пошел бы в го... пошли бы дела в гору стопудово. Плинтус это серьезный аргумент. Так, треть со цеха уже у Соула.
рабочих переводят. Не, ну преимущество здесь гигантское. На таком уровне такие игры отдавать тяжело очень. Я так полагаю, что сейчас собирается у нас Элейзер сделать Снидус. Потому что зачем ему еще такой ранний лейер? Вот имея такую армию, не вижу смысла переходить ту же мутку. Скорее всего, сейчас попрет Нидус и пытается Элейзер протакать. Тем более, вот банша прилетела. Так, уверсир нужен. Не, Нидуса пока нет. Банша что-то наунижал. Кстати, карта опять как-то создана, где рабочие не показывают, потерянные вообще. Так, тут четвертая, третья СЦХ, простите, уже перелетела. Вот я не понимаю, Нидус хоть бы попытался сделать Нидус вот сюда, пока не было ключа. Вот до сих пор ведь Steam поздний у Тирана, то есть после такой халявы в начале Тиран полностью опережает экономикой всегда, но есть тайминг, когда он беззащитен ввиду отсутствия, по причине отсутствия Steam пака щитов и всех ключевых апгрейдов. Вот, но тут как тяжело. Ребят, ну вот пытаться нагнать именно экономикой в такой ситуации, мне кажется, это просто глупый вариант абсолютно. ГГ пишет Элейзер. Понимаю, что здесь не тащить ни хрена уже. Странно, что Элейзер не попытался агрессивничать, я уж думал, ну он просто, видимо, постеснялся, типа банша прилетела. И подумал уже, ну куда там, типа, делать какие-то нидусы там, ну, если тебя видят. Начинается игра, погнали.
Так, ну что? 1-0 Соул. Соул, кстати, здесь не фаворит совсем. Так, вторая карта. Путная вот карта, кстати. Не очень большая карта. Через Рипера в этот раз стандартно у Соула играет. Рипер фактурку играется. Реактор будет, естественно, после рипера в пилинге, то газ будет готов. Точнее, в смысле, накоплен. Второй газ вот сейчас заказан, и вот уже будет там под старпорт в перспективе, под все остальное. Рипером летит вперед, без разведки вообще. То есть, ну, то есть, получается, знает и лазера, или на свой страх и риск это делает сейчас Соул. То есть, если бы был пул первый, например, безгазовый, там, собаки побежали сейчас, две или четыре штуки, и... Просто сгрызли бы КСМ-ку здесь, по крайней мере, бы оттянули бы ЦЦ-ху очень серьезно. Готовность. Так, ну что же. 24 дрона, 25 уже сейчас дронов. И лазера скорость, здесь гелики, старпорт пошел, ЦСХа морфится, получается, на второй базе. Орбиталочка поперла. Гелики банша, в хелбатов ли, или вообще еще во что-то, тут пока непонятно будет выход. Лейзер просто массит дронов сейчас. Ну и выход в третьей базе идет. Очевидно, что Зерк должен был сейчас выходить на третью базу. Сейчас гелики привет с рипером можно... Вот сейчас можно продемеджить хату просто жестко. При этом всем автоматически агрить. Оп, хорошо, криптумор выпилен. Неприятно, на самом деле, Казергу. Вот, ладно. Вот как королева ставит, например, да? Тоже его сразу выпиливаешь и все. Больше, ну, то есть его отменить нельзя, энергия королевы не вернется. Так, вот у Чарли где-то сопит. Также и вот этот, если тебе отменили, все, как бы, он дальше не будет тянуться. Вот когда он только ставит, если escape нажать, он вернется в этот. Вот этот самый халявный уже, который вросший криптумор и который кулдауниться умеет. Странно. Да, показалось, Чарлик сопит. Не, ни хрена, вроде никто не сопит. Или за дверью, там в коридоре дрыхнет, что ли. Зададим им жару. Режим готов. Привет, Вегалир. Так, 3D эпохи, 3 ЦЦХ, на втором пока все очень четко здесь у Соула, конечно, но непонятно мне отсутствие лаба на бараке, то есть либо это сверхпозднее био будет сейчас, либо это будет мех. Хелбат пришли, здесь тут 5 королев встречают, и им уже здесь делать нечего особо. Королева их тоже, конечно, не быстро убивает, но на крипе хелбаты медленные, чтобы королев убить, как бы их контролить просто. Уходят они на крип, от них у них скорость даже выше, чем у хелбатов, и у них дальность больше, то есть можно распитить.
Ничего, гелик подъезжает. Ну, банши две штучки, да. Ну, сол, ну, чертяга. На, надо баншей только что сейчас не потерял, надо подъехать геликами залп обязательно дать по королевам, ну, сейчас они прям разрулят ситуацию. Ну, в итоге теряет одного гелиона. Да, мех пошел, смотрите. Торы, хелбаты, гелики, старпорт с реактором, третий ЦЦХа, по ней уже два газа делаются. И, ну, пока соу все прекрасно делает вообще, и нужно уйти, конечно, назад. Мэринг Нес пошел. Так, Джейс, ну можно такую заставку на самом деле запилить. Вот. Можно такую заставку запилить. Банши прилетели, несколько дронов было выпилено сейчас, 9 штук. Если быть точным. Лимита у Соло уже даже больше. Грейд первая броня, сейчас же вторая броня и атака первая делается. Так, Рейвен вернулся, и что, сейчас... Просто в наглую овер залетает. Сейчас по... То есть лейзер еще и не понимаешь, здесь мех просто делается. Вот в чем прикол. Тут уже 3 тора, они просто... 4 тора, и им пора вперед идти. И вон они тут овера лопнули просто, как шарик воздушный. Еще тор делается. Так, здесь линга беллинг, видите, это в ультру выход или во что? У лейзера выход-то идет, не пойму. Милишные грейды. Блин, ну торы просто великолепно, значит, хелбатами будут работать. Еще бы в этот микс, тут, конечно, чтобы танки, они не мобильные, но пару-тройку танков тоже можно добавить. И еще неплохо бы циклончиков сюда штучки 4-6 добавить. Вообще бы работало неплохо бы. Так, гелики на синем пламени. Нет, сейчас тут гелики на синем пламени. О, ребята, ребята, 10. А, о, здесь 3 эволюшна работают. Вот это, кстати, интересно. Я не заметил, что даже 3 эволюшна, пока что-то тыкал в чат, смотрю. Какая-то там хрень происходит в чате, думаю. Может, кого выпилить надо срочно. Мне вроде никого не надо. А тут... Так, тут собаки забежали. Собаки минут, естественно. Тут депошечка, непонятно, зачем здесь вроде эти вплотную друг к другу стоят. Вот на синем пламени дерутся гелики. 6 туров, пару танчиков, здесь выход пошел. 180-197, что и лезера, 10 сварм-хостов, 19 роучей. Сварм-хосты не так далеко здесь находятся. Роучи, кстати, без скорости, что самое удивительное. Так, идет атака. Есть Ревен, автотурель поперла, хелбаты минуснули все уже. Банши с инвизом, кстати говоря, очень мощно они здесь бьются. Торы со своим броней невероятные, сейчас 4 брони у них, 5 будет полностью. Сварм-хосты пришли, и что здесь сварм-хосты должны сделать-то, я не пойму. Здесь унижает, просто идет сейчас и лейзера соул своей армадой. Ну, а сварм-хосты здесь отбиты спокойно вообще. На прирост только вперед вести, вот сейчас танчик еще подходит. Сиджить танки надо, дружочек соул, сиджит он танки. Здесь сзади еще 2 пришло. Ну, кстати, вот те 2 сзади без сиджа вообще на личинок отвлекаются. Роучи заходят, торы минусуют, банши помогают очень сильно, танки даже без сиджи разваливают просто царски. Торы пока живут, сварм-хосты пришли, локусты пошли, локусты сбиты были, но еще падает локустов. Хелбат ждет, торов попытка выпилить не такая уж удачная. Один все тор остается, сзади еще танк приходит. Ну и так, вот если бы эти танки были в осаде, я просто не понимаю, почему они без осады это все были. Я честно говорю, если эти танки были бы в осаде, стопудово здесь бы просто пробрил бы в хлам бы, блин. Соу, так, твой танчик сиджится, по роучам дэмэдж прилетает, просто гигант. Банши на королевах сливаются сейчас.
121-141, танки Хеллбат сюда идут, просканить бы. Здесь на крипту Морф Дэмэдж, мне кажется, не хватит. Два танка сзади где-то всиджилось. Черт, цех перелетает. Если, блин, сейчас Соул отдаст эту карту, будет вообще нелепо. Здесь тут крипту Морф за один скан хоть выбить успеет. Да, успел выбить за один скан. Привет, Lost on Clouds. Вот. Да, сейчас все почти в активе. Браток Димага стримит регулярно, Касс играет, как бы. Так что, кто здесь есть вообще? Наши бьются все старые ветераны, но уровень, конечно, вставляет желать лучшего. Они больше как стримеры уже получаются, как и я. Короче, отбился Элейзер. Блин, как Соул такую игру отдал? Как он шел сюда хорошо? Просто прекрасно сюда шел. Ну почему он в том замесе танки не поставил в осаду? Непонятно. Грейды-то 2-2, грейды хорошие, просто. Здесь Элейзер пришел, огреб, убежал. Здесь 4-й ЦЦХ, а еще до сих пор не все потеряно, что самой... Так, гелик, что-то на локусах, ё-моё, 4 гелика просто сейчас было уничтожено, по-моему, 4. 2 осталось, хороший заезд мог бы получиться, нифига себе. Месторождение имени, улучшение командного центра. Полный вперед! Танк на марше! Так, у Хеллрейзера разблаем в сетке. Посмотри, кто затащил. Вот. Привет, Никс, Дина, нормально. Алло, ты будешь гореть лунтиком на зергостриме, когда там будешь тусоваться. А у нас задержка 2 минуты, во-первых. Во-вторых, игра идет. Пожог неплохо. Неплохо пожог. Геликами сейчас Соул и Лейзер у рабочих, но я бы не сказал, что какое-то там очень большое количество он выжит. Так, здесь Либератор прилетел. Либератор, он спалил, кстати, большое количество вайперов сейчас Соул. Ну и в итоге что у меня есть? 11 свармхостов, 20... 13 роуч, 15 гидрал. Не, ну не так уж много по земле юнитов, но очень много вайперов, которые вытягивать будут. Локусты будут, сейчас они просто не... Я не знаю, депошек столько, но убивают. Supply блок можно получить, минус вот это будет сенсор тавер. Идеть просто. Всю стенку заплевали. Ну и все, минус стенка из депошек. ЦЦХ хорошо пока живет. В это время пришел Лейзер в лоб и убивает. Близок Соул был к победе, но надо было пушкин додавливать вообще. Три троечки у Лейзера наземных делает. С пятую базу занял, тебе стрим опалом обвинили. Ну что, бывает, что. Всякое бывает. Так, утралом уникальный грейд на броню попер. Здесь опять пришли свармпасты на 9, что уже Соул вообще улетает отсюда. Не, ну здесь все плохо, и очень. И очень плохо. КСМ-ок надо отвезти. Отвел, привел назад. Опять вайперы гидрароуч сюда идут. ГГ, Соул, 1000 ВП. Да, затрепали что-то. Так, ну что, вторая карта.
Так, хорош там в чате срачи разводить. Лейзер Соул, ребят, 1-1. Могло быть 2-0, но не затащил Соул. Сейчас я сетку скину, сетки на Твиче нет. Нету бота там на Твиче, да и на Гудгейме. Это с ботами запариться будет вообще. Станция Проксим у нас карт, но в этот раз мог бы ЦЦ-ху первую соул теоретически дать, но он решил через Рипера сыграть. Так, барак, реактор, факторка поперла. Так, третья хатка делается. Смотрю в чат, что-то похоже сейчас выпилю кого-то скоро. То задолбало смотреть. Да, читаю эту хрень лукдога, что-то, блин, ну... Чуть выпилится там, пацаны. Без меня вообще. Так, ребят, все, короче, срач этот. Не буду на него запариваться. Что там у нас вообще есть? Жопы в чате. Неплохой залп Минка делает, начинается движуха вообще. Да, Илюхас. Илюха и с Юра, видимо, они АФКшат маленько. Полетел дропщик. Два танка, 6 марик. Во, танки, кстати, летят, непонятно. Здесь на этой карте тасу. А, не, вот здесь вот можно, да. Вот сюда дропнуться, по идее, как бы, и... Танк надо ближе было подводить, на клетку целую можно ближе было привести его. Так, стимпака нету, соло, пошел напрягись. Что он делает-то, не понимаю. Вот что-то медивак сейчас потерял.
Как можно проверить, что тебе говорят, что тупо, я уж забыл. Я уже забыл, о чем речь-то шла. Задержка 2 минуты. Я смотрю на трачи, я смотрю одновременно на игру. Соул пытается отхарасить по максимуму здесь. Королева трансвидит и лейзер. Не успели там еще залп сделать. Вот смысл медивакам 6 кп просто сюда полетать. Ну какой смысл? Дудик, ты что делаешь вообще? Голова сегодня не побаливает маленько. Кстати, ребят, хотел я сказать, что завтра ГСЛ. Но, по-моему, оно в четверг будет. Хотел про завтра прорекламить. А не завтра, ребят. Завтра полуфинал первый. Смотрите-ка. Ну что же, Гуми Хумару завтра на ГСЛ приходите. Обязательно в 12:30 у нас будет. Погудово будет круто. Блять, ну что сегодня? Да, вторник. Написано, что завтра. Непонятно пока по турнирам какая-то ситуация, если честно. Так, 77-69, но отступил, ребята, назад. Дропал. Что-то вот Соул в итоге надропал на минус 1000 отставания по потерям себе. То есть и лейзер был в плюсе от, благодаря своей обороне хорошей. На мэне здесь линга, беллинги в итоге у лейзера есть. Креп есть, в центре везде все контроль отгоняет. Третья бат, четвертая, простите, добывает 76 дронов. Соул дропается, минка встанчила дуэллингов двух штучек. Вот эта минка жахнула, там несколько лингов забрило сейчас, конечно. Но этого явно недостаточно для того, чтобы получить преимущество хотя бы маломальское, или что там игру перевернуть. В это время еще и мутка мейн харасит. Причем очень неплохо, не теряя ничего, мариков несколько подрезал сейчас и лейзер. 2-2 у него готово. Инфестейшн для хайва делается. Еще 7 у талисков, их 13 сейчас будет. У Соло Тора строятся, по 9 мариков делаются. То есть бараков у него получается 7. Погодите, сколько? Ух, лаборатория у него 3 на бараках. И 4. Фух, расхочу. И 4. И 4 лабы. Так, три лабы и 4 реактора. Это 8 мариков, или 11 может мариков делать Соул за раз. Либо 3 мародера и 8 мариков. Как-то так. Третья атака пошла. Закупка минком делать. 2 Тора есть уже. Сейчас еще один будет. Доделся, кстати, грейд на броню техники получается. Если лейзер какой-то дроп выпилил, похоже. Ну, Соулу надо 200, а не 100... Как-то так. Идет атака. Неплохо принимает вроде как Soul Boy. Сплетанул по группам. Но все, блин, эти группы идеально беллингами выпилены, блин. Это не понял. Вот это вроде сплит, да, как бы юниты широко разведены, но не подставлены мародеры. Под беллингов марики подставляются. В итоге вы видите, как все выпилено. Как же Торы мути здесь налепили, да, может. Блин, чуть бы поэффективнее снизу дрался. Эти Торы вообще перевернули все.
Так, вторая броня на технику делается. Что, минки уходят? Оп! Вкопалась, стрельнуть, все равно не успела минка. Золото Soul занял 147-169. Такая мясная игра-то получается, ребят. Тор и Био, все это неплохо взаимодействует. Где третий тур, кстати, непонятно. Вычинить его надо, блин. Сейчас две брони будет уже, а ХП вообще нету большей части. Вот, чинить же ты его, Соу, вычинит его. Ну, не все меч рабочими. Так, залпы минок неплохие. Ну все, сейчас 3-3 у Соула, вторая на Торов бронька. Ну атака бы тоже, кстати, не помешала. Дропчик будет выпиливать там правый нижний угол сейчас. Третья уже броня, да первую атаку. Шикал быстрее бы доделать, быстрее бы в бою бы была. Неплохо, минки залпы сделали, Торы смо... Хорош, вы видели, как Торы стояли перед Мариками сейчас великолепно? И как они ультралов выпиливают? Пошел сплит, еще сейчас с Торы беллингами дэмэдж много получили бадбейнов. Ну, Солах поднимает вниз, опускает сейчас. Надо еще одного ультрала как-то разобрать. Ультрала еле-еле, но разобрался, он без уникальной броньки сейчас был. Поэтому Соул, собственно говоря, его так легко и разобрал. А в это время дропчик на крайнюю, не на крайнюю, на 3 часа. На 3 часа дроп, а видел угол, да. И угол видел, сейчас отсюда можно улететь и сюда разгрузить спокойно. Так, ну что же, тут марики врываются. Правую нижнюю базу пытается выпилить Соу. Вот у Лейзера какой-то прирост замечательный такой. Посмотрите, на 6 тысяч уже почти Соу в плюсе по потерям. Но у Лейзера такое макро, что он все равно... так, собаки. Минки купай, купает минки. Закопал еще минку Соу сейчас. По мародеру больше слэшем прилетело, по-моему, сейчас, чем по другим юнитам. Ну, собак Соул очень быстро выпиливает. Тора нужно обязательно вычинить, блин, от него толку не с таким ХП. Так. Кайтем. Пивососство это самое вообще, короче. Самый зашквар. Пивососство это просто тюленческая хрень такая, я тебе скажу. Лучше ничего не делайте на выходных, что не сделать, если уж жопа чешется сильно. Вот, чем пивососие это. Это все равно, что сосия и перед ней не пиво стоит, а другая тема, как бы ты понял. Вот. Как-то так. Особенно, чтобы голова на место встала. 5 либераторов, смотрите, у Соула есть. Либераторы блочат здесь. Золото прикрывают. Сколько торов у него? 2 торчика. В этот микс надо 3-4 тура, несколько либераторов и биться дальше. Продолжать. Так. Микозами задолбал уже кидаться, подумал Соул, наверное. Куда? Сколько микозов? Минки не могут достать, по минкам бах-бах, минки взорвались, короче. Ну, энергии потратил Лейзер много, но все не выпилил вообще. Так, посмотрим. 8 либераторов уже. 2 тора, 8 минок. Не, микс хороший. Микс хороший, очень у Соула. Еще он шарит, что у медиваков малое количество. Это не очень. Нужно больше добавлять. Вот эти нужно вычинивать. Сейчас 2 микоза, все, медиваков не будет. Даже... Нет, с одного не погибнут, там 30 дэмэджа. Но с двух погибнут. Жесткая макро у нас идет. Вот если была еще вместо Лейзера было бы, так вообще бы круто было бы. Хорошо. Ой, как инфестров навыпили устольчик. Просто царит.
последнего на последнего не хватило длительности скана. Последний ушел в итоге. Медивайков. 4 штуки еще. Викингу. А викинги-то зачем? А, вайпер, блядь, или караптор. Что зачем? Наверное. А, ну под врудов уже подстраивается. Что-то оккупировал прям весь центр, ребят, соул. Куда-то, блядь, все цех сюда уже полетел. Лучше 6 часов летел, он рядом вообще со своей базой находится, все. У лазера что? 14 карапторов, 8 нейтралов, 6 инфестов, 6 королев, 68 собак, 5 бельнов. Циклологичный очень микс вообще. Так, минус собачки. Очередное забегание, просто дичь и не макро. 24 на 19к потери уже, видите, 250 на 577 юнитов. Какое-то забегание идет, и лазер понял, что здесь все цеха, походу, делается. У нас минки бомбят. Так, спалил соло, что там на цехах, и лазер выход делает. И, кстати говоря, очень вовремя сюда подтянулся, смотрите. И викинги, и био, все, приходит. Либераторы раскладываются. Надо вот здесь бы планетарку поставить перед спуском, и все, можно уже эту будет отжимать. Делайте, что хотите, Илюха говорит. Надо добавлять, как же я молчаливо драть вас всех кверху жопой. Вот. Можно матный русский вариант еще. Но на стриме не будем так делать. Кстати, у лазера Брудлорда нового скина. Вон, смотрите, какие гады летают. Вот. Ну там не всех было, Джей молчаливым бабе. А Джей и молчаливого Боба нифига себе ультру покосило просто. Джея и молчаливого Боба, типа. Потом они выцепляли хейтеров из интернета. Ездили, ну кто... кто старый, может, смотрел. Эти фильмы все старые. Так, здесь катит, Соул пытается откатить Беллинга ультралов. Закопал тут Беллингов и лазер, хитрец. Соул распустил чертягу сразу же вообще. Закатил, молодец, ультру и все вообще. Так, 8 брудов здесь есть. Опять же, Соул пытается био-юнитами здесь и лазеров от Харайс походить. Тора с флешем убрала вообще жестко сейчас. Амикос по викингам пошел жесткий сейчас. Караптеры все тоже забирают, ультра что ходит, все тупит. Воздушных юнитов у лазера очень много, он пытается давить. Соул полетел викингами вперед, Тор помогает, минки делают залпы, но не все. Сейчас Сеймпа сбривает воздух, Соул. Сбривает, а чё караптеров-то не стал выпиливать? Ё-моё, и лазер пришел, снес все. Соул какую-то хрень делает. Викинги нормально побеждают, все воздушно, куда-то погнал. Зачем погнал-то куда-то вообще? Ой, микозами сейчас либераторы выпиливаются. Зачем фокусить-то стал, я не понял вообще. Нормально бился бы так, как бился, и все. Все было бы замечательно. Тут уже 12 часов. Не, похоже, Соул что-то макро не втянул. Заказа никакого нет.
по лимиту проседает жестко. У лазера всего много. Тут Либератор просто очищение делает земли от зергов, по-моему. Всех, кроме одного. Ты, братан, просто везуч вообще. Расскажешь остальным, как это было. Вот. В это время дроп 119-176. 36-58 по рабам. Жюри лейзера много, слишком много лейзера здесь. И это никак не изменить уже. Соло. У него нету просто экономического потенциала. Инкам там уже даже до 1000 не дотягивает. То есть вот добывается здесь и все. Здесь везде все выпиливает. Сейчас орден Тарсона можно было бы со своего соотечественника, кстати, он же поляк был, получить. Вот, но не получил в итоге. Потери к концу сравнялись, кстати, а ведь всю игру, да, Толк в плюсе шел. А в конце сравнялось то. Здесь по земле пытаются выпилить, но слишком много карафтеров. Есть ультралы. По ультралу Минка делает бабенчик. Ультрал падает. Здесь Сол даже в плюсе после битвы, но... Тут заказы просто жесткие идут, и ничего не сделать. Планетарка снизу делается. Надо давно было занимать ее. Ну, самый фейл от Сола, конечно, вот эта битва в центре была, то есть... Либераторы ориентированы были на атаку отсюда, а атака шла вот брудами-караптерами сверху в основном. И как-то Соул там не сконтролил, не бил, ничего не сконтролил. Викинги как-то нелепо дрались, хотя караптеров выпиливал на самом деле. То есть там надо было либераторов не складывать, сканить, чтобы инфесторы не заползли и либераторы их пью-пью делали. А викингами тут с этой стороны полукругом так дальше и выпиливать караптеров. Соул, видимо, подзабоялся, что трансюзов... Много, и викинги не смогут победить, получается, карапторов никак. Вот, и решил брудов, и пил брудов, тоже уже поздно было попустить. Тем более, в такой ситуации попустить брудов, это значит ценой викингов всех, как бы, выпилить их, постараться. И рассчитано, что земля аннигилирует, потому что там одни карапторы останутся. А если нет, так он новых заморфит. Интересная атака от Сула на 12 часов к лейзеру. И лейзер в это время центральное золото сносит. Спокойно. Сул продолжает полет на мейн. Дома-то отобьется и лейзер, хоть и не понимаю. Да, должен, наверное, отбиться. Здесь все стимпачное мясо, плюс... Да, ультра, все идет сюда. Плюс медивак в энергии нет. А это знаете, что значит? Что эти юниты обречены, их слишком мало. А здесь и караптеры, и собак, там дофига, и всего-всего. Здесь много. Королева Скорка здесь. Караптеры сейчас догонят, медиваки начнут тут разваливать. Беллинги взрывают, бах, нифига я успел. Как-то вообще вокруг планетарки встал каким-то образом. Зашел с разных сторон и просто подорвал ее. Лейзер хорош. Так, банан даем, сейчас, погодите. Четвертая карта сейчас будет, ребят.
Так, все здесь. Соул создает хост. Так, 30 секунд, ЛС же пишет. Так, Варди не успел заскочить. Так, рекламу надо пильнуть, ребят. Всех рад видеть. Помните про отблоки. Подписывайтесь на премиумы. Получайте в чатике логотипчик в виде юнита перед никнеймом Смайлики. Ну и поддерживайте. Пусть меня мой канал. Что-то я давно не стримил. Давно я что-то не стримил. Столько времени, сегодня уже стрим, ну сколько там, с двух часов уже почти, много часов, короче, идет, часов 9. Был перерыв, правда, на часа полтора, но все равно, вот. Ну еще при в этом месяце нам предстоят адские стримы, кстати, уже ведь скоро ВЦС будет. ВЦС Юнчопинг у нас будет скоро. StarCraft Star League, Fast Lane на Star League, там Fast Lane какой-то будет у нас скоро. Че себе. 19-го, кстати, числа. Вообще в порядке. Что-то там не то происходит. 17-19 у нас получается будет. Так, 17-го. Так, 17-19. Субботу, воскресенье, понедельник. А нахрен понедельник-то? Так.
Так. Поехали, ребят. Так, здорово всем, ребята. Бота нет на Твиче, поэтому там чат. Сетку там делитесь на Твиче сами. Я кидал уже, задолбался. Кидайте, если честно. Маленько. Так, ребят, в общем, фух, тяжко-то как-то вообще. Laser Soul, Варди не смог что-то законнектиться, я не понял почему, если честно. Так, ну тут гелики, ребят. Через рипера, рипер у реактора факту, соответственно, в старпорт. Под старпорт лабу завтыкал, ну тут, нет, сначала, может, не завтыкал. Либо по билду медивак потом на лабу хотел сол перелететь, либо сейчас чуть завтыкал слабо и решил почему-то не сделать медивак сейчас. Ай, ну как ты? Вот он, кусачий самый пес. Рипер за ногу кусил. И ведь геликом не догнать его никак. Линк быстрее бегает. 6.58 Гришкус против 5.95. Не намного, но быстрее. Кубок Конфедерации стантрует. Я уже говорил сегодня по поводу говнофутбола, говнокубка, говноконфедерации, что из-за них, возможно, на военно-морском салоне отменят пилотаж.
Вот, я не знаю почему, но уже пару раз в чате я даже у людей спрашивал. Как бы они мне говорят, что да, возможно, так и будет. И это меня очень сильно печалит на самом деле. Вот. Очень сильно. Но еще, кстати, не факт, что отменят. Может быть, что-то там еще сделать. Я просто не понимаю, как связано отмена пилотажа. Это все дело. Ведь людям, которые приедут, это было бы только в прикол, допустим, да? Вот, ну, не знаю, как бы, в чем там суть. Пилотаж обычно проходит днем, как раз-таки с утра даже там, ну, в час, дня, в два. На футболку вечером обычно играют. Или еще там, негры не смогут спать от рева двигателей, типа, которые там будут. Короче, хрен знает. Не знаю, ребят, но здесь Хелбат Харас идет, плюс банша жестко наломилась, и Steam заказан. И что-то тут соло 15 дронов выпилил просто в лёгку. Ё, посмотрите, что он делает. Хелбат, что ты делаешь? 25 юнитов, видели? У него 25 было уничтожено. У Хелбата 25, да вы гоните. Я даже не успел посмотреть, что у него там за звание было. Так, опять дроны выпиливают, на мэне вот раз банша выпиливает. Ну вот, 4 дэмэджных осталось. Могло бы этих 2 погибнуть вообще. Продолжается Харас, ну и лейзер уже обогнал, нагнал и обогнал по рабочему, вот, и, соответственно, у него все в порядке. Правда, у Соло инкам явно минеральный больше, потому что там мулы, посмотрите, у него аж по 4-6 штук, да 5, один мимо вообще минералов Соло. Блин, 6700 ммр или сколько там, 7 ммр тысячи, кидать мулов давайте мимо минералов вообще. Мул даже не понимает, понимаете? Ладно бы он был КСМ-кой, там сидит вообще не герой такой отвязный. Пошел бы, дудки задул бы он здесь за газом где-нибудь. А ему лучше что делать? Время жизни стремительно кончается, а он даже не работает. Нифига, вот сейчас... Вылеплю. Вот сейчас только на минералы поехал добывать. 114-111. По лимиту. 2-2 заказ ТЛС, то пока нет. Пролетал лазер, прохарасил немножечко. Mm-hmm.
Ну что, ребят, отбился все, и лазер. Просто взял, вот, не, ну и лазер сейчас, конечно, очень сильный игрок. И он взял, просто отбился от всего Хараса, Муталисков, 17 штук. И вообще собирается убить, посмотрите на лимит, 169, 142. Все просто прекрасно. Это минусол. Это минусол. Ребята, это 3-1 и лейзер. Все нафиг сгрызается здесь. Падает тур. 86-140 по лимиту, ребят. Это очень печально. Так, сейчас вернусь без задержки. Подождите, ребят.